Сегодня у нас очередной гуру по всем вопросам Виталий Дан. Считайте этот ролик сиквелом к монографии Карлика, потому что этот чернобыльский мутант такого же уровня редкости, что и другой отросток. Оба обсуждают фемок, отношения, рашку, причем оба два украинца, называющие себя русскими. Я уверен, они вывалились из одной аномалии. Так что, разобрав Виталю, можно считать, что я отымел и Давида, и Голиафа. Зона создала поистине неслыханную тварь прямо на кровати Оксимирона. Так давайте же начнем на нее охоту. Держите меня, Севера! Вкратце о том, кто это. Виталя — это гражданин Украины, долгое время мимикрирующий под русского, но в России он никогда не жил. Знакомо, не правда ли? Как контент-мейкер, этот персонаж достаточно разносторонний. Снимал про феминизм, про спорт, про питание, про фриков и косвенно про политику. Основной вид деятельности — это спорт, поэтому, как это зачастую и бывает, в чем-то разбирающийся человек решил, что он разбирается во всем и полез высказывать свое мнение направо и налево. Поначалу мне это заходило, потому что он высказывал мнение схожее с моими ощущениями, и этот ментальный симбиоз зрителя с автором создавал внутри меня приятное ощущение, что я не один такой. Однако со временем тело и канал Виталий, в отличие от мозга, продолжали расти, оставив бедолагу в одиночестве, обрекая маленький разум на гиперкомпенсацию, приобретая невероятный уровень самонадеянности. Послушав эти мнения, я понял, что тупость можно измерять в данных, потому что наш сегодняшний пациент много с кем спорил, и вне зависимости от позиции его оппонента, Виталя все равно был прав, видимо, считая, что раз он дан, то его мнение это данность. Допустим, странно покупать дорогущую тачку. Я сделал странную вещь, у меня дорогая машина. И это глупо, это действительно глупо. Я тебе так скажу. Есть большая разница между купить дорогую машину и дорогую шмотку. В дорогой машине все-таки есть смысл. Это все-таки комфорт. Вот это все, что вам говорят, комфорт и все прочее, в современных машинах это есть во всех. Никакого особого комфорта вы не испытаете от того, что у вас Мерседес или Феррари или Рейндж Ровер. Хоть, блядь, на Майбах, хоть Роллс-Ройс, хоть Бугатти, блядь, хоть 100-метровая яхта, мне на это насрать. Или чем, что бы там ни было. Сука, ты что, брат? Как вы могли понять, хоть он и выглядит как машина, но этот терминатор жидкий, потому что его мнение принимает ту форму, которая ему нужна для противодействия. Ну еще потому, что у него от стероидов глушак отвалился. Они говорят, я мужчина, я чем больше вот этих оплодотворил, я красавчик. А с чего ты взял? Ты сам себе это придумал? Тебе другие сказали? Ну да, был один такой. Если бы ты немножечко разбиралась в гендерной психологии, ты бы поняла, что у мужчины жизненная задача размножение. Эволюция таким образом создана, что женщина держится максимально сколько может за одного мужчину, а мужчина максимально сколько может оплодотворять разных самок. Шикарных или атласных, блядь. Это чисто из книги «Государство Платона». Мне эти шизодиалоги напоминают то, как голым сам с собой пиздил. Через агрессию и насилие продемонстрировать, что вот они, да, настоящие альфа-самцы. Сила больше не является определяющим критерием. До сих пор сильный берет все, что захочет, а слабый не берет ничего. Если кто-то думает, что я вырезаю из контекста, я оставляю для вас название видео, чтобы вы сами убедились в том, что Виталий Дан букву У в фамилии не дописал. Виталий Чемодан считает Шевцова своим единомышленником, и это неудивительно, они же выглядят как единый организм, чисто Крэнк из Черепашек-ниндзя. Однако, несмотря на это, голем марки Джолли Белл неоднократно критиковал Этипедию. И вообще, я бы на вашем месте не считал бы там, сколько стоит ее труд для того, чтобы случайно не дать ей бабок как можно больше, потому что это все-таки семейные романтические отношения, которые как бы держатся на чувствах, на привязанностях, на эмоциях, на гормональном фоне. И мерить это все баблом, ну, мне кажется, из этого просто хорошая семья не получится. Ну каков милашка, чисто Дукалис, пропагандирует семейные ценности. Хорошо, что для него романтика превыше бабла. А? О, как мило, это же горшочек с цветами. Дал бы соточку вот эту, которую на цветы надо, сколько? Ну, 500 рублей. Как-то не романтично. Не до тебя, помолчи, женщина, что ты вообще возникаешь? Я бы больше обрадовался косарю, чем цветам. Но это все не важно. Главное, что деньгами попрекать точно не будет. Ну и честно. Честно, ты будешь проглатывать все, что он бы тебе не сказал, если ты сидишь на его обеспечении. И никуда ты не денешься, потому что просто живешь за мои бабки, или ты потеряешь эти бабки. Ну ладно, но я уверен, что сам он в отношениях деньги не считает. Маска для волос за 5000 рублей. Что это такое? Крем за 10 тысяч рублей. This thing is 300 bucks.
Наташа, он намного дешевле тебя. Может, мне его услугами воспользоваться? Что происходит? Ладно, Виталий просто чистокровный одессит, так и поэтому постоянно говорит про деньги. Но самое главное, что Виталий за семейные ценности, а деньги это второстепенно. Крепче всего это, когда один зависит от другого, и тогда этот один подстраивается под другого, и тогда вот семья складывается успешной и долгой. То есть, да, зависеть финансово, если женщина от мужчины зависит финансово, наоборот, не так хорошо работает. Ты пошел против собственных убеждений, ты уж шлёпа! Семьянин. Виталя! Ну, зато я понимаю, кто мозг среди этих двоих. Не говори! Не думай! Я думаю, ты бьёшь! Это же твою мать элементарно! Виталий Жбан, походу, вообще насрал на синергию своих высказываний, потому что... Когда я ходил в клуб, я ходил туда, знаете, зачем? Снимать я туда ходил. Тут съемка видео запрещена. А те женщины, которых я знал, которые туда ходили, ходили туда на съем. У нас была взаимовыгодная ситуация. Я последний раз, когда в клуб пошел, женился. То есть, из его высказываний можно сделать вывод, что он женился на девушке, которая ходила на съем. Классно, учитывая его зацикленность на деньгах, я представляю, как они познакомились. Эй, ты ведь нищебродка? Мы платим, так что идешь с нами. Короче, вы поняли, этого дурачка можно ебать еще долго, причем только за противоречие, потому что он строит из себя гуру только когда кому-то противостоит. Если сказать, что сосать это зашквар, Виталий тут же докажет обратное. Не зря его стоп-кадры порой выглядят как гачи. Такой умный стоит рассказывать Шевцову, как строятся отношения, что не нужно быть алчным, я за любовь и романтику. Но как только выходит за кадр, сразу же оказывается, что нужно быть финансово зависимым, причем именно девушке. Сам считает, сколько тратит и попрекает бабками. Прошу всего 5 минут, а ценность его мнения уже сравнялась с IQ. Причем это видно еще и потому, как иногда его антагонизм доходит до абсурда. И там в том куске я говорил, что все женщины шли, и соответственно женщины начали писать в комментарии, да и не только женщины, типа что, и что твоя мать тоже. Курва! А что-то меняется, если это моя мать? Я не понимаю, она что, не женщина или что? Да как так-то? Прошло всего 6 минут, я еще ничего не сделал, просто вставлял то, что ты говоришь, а ты уже лох. Твоя мать грешна. Виталий назвал свою мать ш**кой. Звучит хайпово, это объясняет, почему ты похож на Позднякова. Я ваш отец, я ваш батя, слушайте исключительно меня. Как вы могли понять, Виталий не особо верен тому, что говорит. Ему ведь это нужно только для альтернатив, а на деле педалирует карванский нарратив. Я говорю не о причинах, а о следствии. А следствие жопа. И мне не нужно знать причины. Вот это пишет, человек даже не разбирается в причинах. Зачем? Я просто вижу результат. И, кстати, важная деталь. В этом видео под термином русский я подразумеваю не россиян. То есть их тоже, вообще нас всех я имею в виду. Все страны бывшего союза. Говоря слово Россия, я имею в виду Украину, Беларусь и Россию. Они даже отмазываются одинаково. Ну и логика, конечно, блистательная, как шахта Пикули. Буду всякую херь пороть прорашку, а чтобы русофобом не назвать. Вали, скажу, что под русскими я имею в виду жителей СНГ. У меня два варианта. Либо они вдвоем тоскуют по Советскому Союзу, либо это такой деликатный способ сказать, что они хотят видеть Украину в составе России. Слава Украине в составе России. Я доручив кабинету министров Украины. Из-за вас, долб***ов, Бог уже не знает, куда ему деваться. Мы русские, с нами Бог. Так на чью ему сторону становиться, если под русскими подразумеваются все страны СНГ, блять? Чё ты от меня хочешь, сука? Чё ты от меня хочешь? Право голоса, право распоряжения собственным имуществом, право на работу. Ну, то есть, если вы считаете, что все вот это у женщины как бы быть обязано, наравне с мужчиной, то вы тоже феминист. Женщина имеет право голосовать. Согласны ли вы, что она может работать, или что она может сама зарабатывать для себя и сама себя обеспечивать, и сама за себя платить в ресторане? Ну да, возможно, соглашусь. Поздравляю, вы феминист. Не совсем так. Зачем вы сражаетесь, мистер Андерсон, если вы сами являетесь клоном мистера Смита? Зачем высказывать точку зрения, с которой вы не согласны? Для того, чтобы хранить очаг, достаточно нажимать кнопки на стиральной машине, кнопки на мультиварке, кнопки на тостере, кнопки на плите. Сразу видно, что человек не знаком с бытом среднестатистической проживаемой семьи в квартире. Не надо принижать женский домохозяйственный труд. Вопрос. А я буду проводить в комфортной среде дома и выполнять ту работу, которую мне помогает выполнять куча современной техники, такой как мультиварки, пароварки, стиралки, чайники, чайки, дикпики, пидики, зетники, сиськи, мамаки, пылесос. Ну, пока что не придумали того, что там, знаете, саму пыль сасывает, блядь, везде. Блин, Виталий, а как вы тогда справляетесь? Сосу вагиной, как пылесос. Сейчас есть Дайсон, который беспроводной. Вон, я жене своей купил, он у нас на родине остался.
Спасибо за информацию, Виталь. Злые орки теперь все спиздят. Уеть, как же это удобно! А все просто. Гениталий Дан таким образом просто фармит себе очки социального рейтинга. Ведь так легко набрать себе аудиторию, когда с тобой согласится пресловутое большинство. И я был среди согласных, к слову. Мне нравился ход его мысли, когда я еще думал, что это его мысли. Оставлял ему комменты и, увидев рекламу 1x, написал в личку, переживая, что чела, которого я смотрю, заблочат. Но, как он и написал, он их тупо опрокинул. Ссылка в комментах была нерабочей. А потом и вовсе вышло неплохое разоблачение этой конторы. И я подумал, ля... красавчик. Вот его подписчиком я точно останусь. Однако из обычной, как оказалось, пустышки этот древний укр начал превращаться в шизоида. Только на русском человеке можно найти вот такое дерьмо, где он покупает не футболку, а бренд. Лишь бы бренд налепить на себя. Это чисто вот наша русская, вот такая вот фишка СНГ, понтоваться дорогими шмотками. Понтануться такими вещами, как одежда, аксессуары и все остальное. Вообще, я вот это вижу, знаете, это бич всего СНГ. И тут возникает такое предположение, что Виталий образ быдла из СНГ смоделировал, основываясь на себе. Давайте в это углубимся. Виталий прямо говорит, что вот именно русскому человеку важно понтоваться шмотками, и это чисто наша черта. Ну вот, например, чистокровный славянин в Гуччи вышел, но о сравнениях позже. Однако, сам Виталий кардиган одет не в тряпки, а конкретно в левайсы, причем одежда у него не одна и та же, он ее постоянно меняет, а то, что в большинстве своем это бренды, ну, видимо, совпадение, а вот другие люди 100% просто понтуются. То, что они могут взять ее из-за качества или по другой причине, это чушь. Виталий знает лучше. И я решил подумать, а откуда он знает? Ведь из всех инструментов мышления ему доступен лишь самоанализ. Только себя он может анализировать изнутри, себя и свои желания. Потому что иных статистических данных, исторических сводок он не предоставляет. Все берется из башки, и к тому же это выражается в его собственном орнаменте. Я еще раз скажу, что я ненавижу дорогие брендовые шмотки, потому что это только надо быть идиотом, чтобы тратить на это деньги. Главная претензия в чем? Ублюдан критикует всех за дорогие шмотки. Шмотки, что они их носят исключительно ради понтов. А очки дороже очка фирмы Gucci и Tom Ford тебе в помещении зачем? Неужто солнышко в глазки светит или видишь плохо? Да чисто для понтов это нужно. Нет, серьезно, он просто за то, что человек находится в брендовой одежде, начинает свой довин спич на тему того, что в СНГ нищие люди понтуются одеждой. У нас что теперь, сквозь Gucci лучше видно нищету? Как я не люблю, когда люди понтуются шмотками. А почему ему это не нравится? Потому что самому Витали это важно, его это уязвляет, и он не любит то, что делает сам, потому что ему приходится соответствовать. Это такая гонка быдла за социальным рейтингом, когда тебе нужно выделяться, быть круче других в том, что важно быдлу, потому что главное быдло в своих видео это сам Виталий Быдлан. В одном из видосов он обозревает, как какой-то школяр понтуется шмотками, и знаете, что делает Виталий? Понтуется в ответ! Смотри, смотри, дружище. Вот очки тоже Gucci, вот знаешь, совпадение, посмотри. Ты чё, очкошник? Знаешь, в чем разница между твоими очками и моими? Твои смотрятся как кусок дерьма. Ты посмотри на вот это. 45 тысяч рублей. Ну что, бомжарский. Чё? 45 тысяч. Самое смешное, что он еще умудряется смеяться над челом за шапку в помещении. Я максимально накуренного вида молодой человек в шапке в помещении. Тебе чё, кепкой твою кочерышку отдавило? Я представляю, как Виталий отвечал бы на тюремные загадки. О, это что, стул с хуями? Садиться на него, это зашквар. Да, мышцы в основном создаются для понтов. Я тот человек, который обладает этими самыми мышцами, я подтверждаю это. Я прекрасно осознаю, что я купил эту машину для понтов. Не для комфорта там. Мы, наверное, просрали 1010 баксов на шмотки. Выходит, ты немного ошибся. Это не руснявая черта, это твоя черта. Черта. Четыр. Этот ебан похож на персонажей пиздоболов из игр, которые вот только что-то одно скажут, потом тут же происходит что-то другое. Даже богам меня не остановить. Понтами в основном обладает тот, кто с рождения не имел этого всего, смотрел на это, у него ни хрена не было, а у кого-то было, а потом вот он получил то, что было у того, и такой, ха, смотри, вот теперь у меня тоже есть, он становится на сторону того, у кого он это видел, и начинает своих прошлых вот это вот угнетать, потому что, типа, ну я ж теперь, я не ваш уровень, я выше, алло, до свидания. Не иронично ли то, что Виталя именно так себя и ведет? Комментирует через свою желтую рамочку, как все вокруг понтуются, но сам понтуется еще больше, и при любом удобном случае напоминает о том, какой он крутой, обсирая жителей СНГ. Но Виталий со своим потреблением не понимает, что важно не то, что на кепке, а то, что под ней, ибо орнамент должен подчеркивать личность, а не заменять ее. Но в твоем случае, Томми, это имя долго.
Оба живущего под кепкой. Я не понимаю, как он умудряется еще кого-то высмеивать. Вот это вот чудо, Виталий Рюдан, блять. Человек, который ругается как поп и выглядит, как будто оделся на спи***ные пожертвования. Вот это вот горилла, что тупо бренды нацепила, будет учить кого-то стилю, блять. Это невероятный индивид. Как можно выглядеть одновременно и как поп, и как шахид? Я вспоминаю, как живут наши люди в этих наших странах. Меня немножко грусть опускает, знаете, а потом я смотрю так по сторонам и думаю, фу. Резюмируя эту главу, можно сделать вывод, что Виталий не имеет своего четко сформулированного мнения. Оно варьируется в зависимости от переменных, а это уже двойные стандарты. Если точка зрения постоянна, то есть независимо от обсуждаемых объектов, то можно говорить о какой-никакой честности такого оценивания. Однако, если же точка зрения произвольно меняется в угоду заранее загаданному желаемому результату, то это уже двойные стандарты, которыми этот раболепный уебок охотно пользуется. Я тот человек, который ничему не радуется почему-то. Я не знаю почему. Меня невозможно обрадовать чем-то. Ну, это сложно. Я радуюсь, когда я зарабатываю сразу много денег. Виталий также жалуется, что его ничего не радует. Оно и не удивительно. Какая радость может быть, если ты только потребляешь? Еще Фредерик Бигбедер в книге 99 франков заметил, что счастливые люди не потребляют. Ведь это как наркотик. Получая новую дозу, ты ненадолго чувствуешь себя счастливым. А потом это куда-то улетучивается. Раньше Виталий хотел стать миллионером. Сейчас он проанализировал свою жизнь и... Я мечтаю стать миллиардером. Логика на 3 дана из 3. Я только потребляю, меня ничего не радует. Наверное, нужно потреблять как можно больше. Если не перестроишься, нести тебе этот крест до конца жизни, потому что ты и есть то самое жадное и безыдейное быдло из СНГ, о котором говоришь. Потребляй. Если вы до сих пор не поняли, Виталий обладает непомерным уровнем ЧСВ. Во-первых, с ним вообще нельзя спорить, как с фактом, что MovieLab это отличная площадка для просмотра фильмов. Во-вторых, он постоянно не теряет возможности рассказать о себе любимом. 0 лет? Вот 3 года. А вот 5 лет, он весил 121. Фоточка. Короче говоря, вот несмотря на то, я миллионер, если считать рублями. Ну, заплатят мне 11 миллион рублей. Ну, сниму я какую-то херню за этот миллион. Я каждый месяц получаю больше, то есть мне это не особо делает погоду. До свидания. До свидания, говорит, смотри. Я миллионер. Достиг своих вот таких вот огромных размеров. Я был огромный, достаточно сухой, я был просто огромный, такой туша. Я действительно очень много трудился для того, чтобы стать вот таким вот, как вы вот видите на этом фото. Это мой пик форм. И я очень, очень много усилий для этого приложил. И много лет. Каждый день я ел одно и то же дерьмо. Ну, говно есть, в принципе, нормальная тема, да? И понятное дело, легко быть миллионером, когда ты можешь бесплатно смотреть фильмы по типу «Волк с Уолл-стрит» на MovieLab. Расхваливая себя, Виталий выглядит как огромный рекламный щит, хотя, глядя на это, вместо «Дня ног» он предпочитал пойти нахуй. Я сейчас не буду, знаете, вот этот вот трёп, типа, из телевизора, что медицина номер один, да у них хуёво и так далее. Можете думать, что хочешь, в рейтинге мировом медицина США номер один. Это всё, это факт. Тут Виталий просто делает вывод о том, что США это топ-1 медицина мира, хотя они даже в десятку не входят. И он так постоянно обсирается, потому что ему не нужны факты, так же как MovieLab не нужна регистрация для просмотра фильмов и сериалов. Только приложение на ТВ или смартфоне, а для всех остальных создана веб-версия. Теперь давайте разберемся, как же Виталий разбогател. Постоянно спрашивают, где я зарабатываю все эти бабки, на которые я вот живу, на которые я строил свой дом, покупал свои машины и так далее. Ответ на ставках. Зарабатывает Виталий на гоях с подписок на прогнозы спорта, и я это всегда воспринимал как продажу воздуха, с которым, если вы прогорите, то вам просто скажут «Извините». В отличие от MovieLab, которые за регистрацию дадут возможность настроить рекомендации под себя, комментировать фильмы и создавать свои коллекции, тут возможности проиграть просто нет. iPhone, каждый iPhone, который который выходит, то есть это просто iPhone 10, 12, 13, без всяких Pro и без Mini, это будет $1000. Каждый год вам будет стоить iPhone одну и ту же сумму. Вот вы, наверное, привыкли, там, в прошлом году iPhone 50 тысяч рублей, в следующем 80, дальше 90, теперь 110, дальше 150 и так далее. Для американцев iPhone каждый год $1000. Рассказывает про цену iPhone в косарь без наценок. Гений находится в стране производителя и говорит, что тут iPhone без наценок продают. Не, ну это реально жирный плюс переехать в США, да, чтобы айфоны покупать. А давайте в жирные плюсы переехать в Россию включим низкую коммуналку. Но реальный плюс, это когда ты, живя в России, можешь смотреть горячие новинки кино на MovieLab, даже не находясь в стране производителя, потому что они не зависят от ситуации в различных странах. У них даже есть свой телеграм-чат, в котором они общаются со своими подписчиками и прислушиваются к просьбам, желаниям и идеям. Так зачем смотреть Виталию, если можно смотреть фильмы? Там тоже тупых персонажей полно. Так что все ссылки я оставлю для тебя в описании. Все бесплатно, поэтому не поленись и воспользуйся их площадкой. Тебе незачем постоянно ходить по сайтам однодневкам, искать фильмы в хорошем качестве, если все есть буквально под рукой. Так что дерзай.
Про ЧСВ Витали можно снимать книги и писать фильмы, потому что оно способно посрамить даже мистера Вселенную, ведь Невский стремится стать новым Шварцем. Пизду. В то время как Витали подменяет Атланты и держит небосвод. Ну, если ты хочешь стать монстром таким, вот как... Давай, вот как я, вот. 2 года, 5 лет. 8 лет. 29 лет. 1000 лет. 1000000 лет. Хожу в зал, и я довольно огромный. Вот, посмотрите вот это фото. Смотри, я, короче, качок и одновременно в очках, а? Комбо. А я еще и программистом когда-то работал. Программировал. Вот мне интересно, что ты, блядь, ебаный колхозник можешь, блядь, напрограммировать? На Паскале, блядь, написал что-нибудь? Я уже не хочу становиться больше. Я вот в своей идеально максимальной форме. Вот, допустим, вот эта фотография. Черни дрочить. Я вижу тебя. Если ты вдруг не понял еще. Тебе нравится, что я накачанный большой мужчина? Представляешь, да? Я мужик, накачанный, здоровый, бородатый. Ебать, ты что, ебать, здоровые лапы. Ебать, плечо как голова, я ебану, блядь. Смотря на то, что я, ну, как мне кажется, выгляжу лучше большинства людей на планете. Не знаю, на какой планете живет Виталий Титан, походу на Марсе, где нет людей, я не знаю. Но со своим прогрессом в 2 года и 5 лет он так быстро вырос, что походу башкой о спутнику ебаться и подумал, что как-то мало ему одному понимать, какой он. Поэтому он стал так аккуратненько мимоходом говорить об иных своих достижениях, причем желательно как о чем-то заурядном, чтобы впечатление было поярче. Я вот сейчас в Бразилии, я живу в принципе неплохо, я себе ни в чем не отказываю, но я все это заслужил и заработал. Был в Таиланде, я жил в Бразилии, я попал в доху. Потому что я живу в США. Какой я теперь живу в США? Я когда был на Шри-Ланке, и я был вот на Бали. Я был на небе, я был на Марсе. Собственно, Майдан, я там был, физически присутствовал. Причем эта скромняшка иногда вообще забывает, о чем он говорил, когда начинает нахваливать себя. Когда я уже достиг своих вот этих вот огромных размеров, я был огромный, достаточно сухой, я был просто огромный, такой туша. Я забыл, к чему я это вел. Причем такой, о чем это я? А, да, о себе. Братан, ты самовлюблен. Еще в раннем творчестве у него были такие названия, как «Реакция качка на этипедию», «Реакция качка на стереотипы». Да пошел ты нахуй, сын шлюхи. А его вставки и концовки видосов заслуживают отдельного внимания. Да, очень смешно, да. Как вы могли понять по количеству вставок, пока люди изучают космос, искусственный интеллект и как избежать ядерный капкан, я изучаю, каким очком Виталий дан, и он настолько скучный, что скелет этого шкафа находится внутри. Так давайте же залезем ему под ребра. Начать можно с оскорблений. Виталий очень любит поучать других, мол, не нужно так делать, вы ставите себя на порядок ниже, будьте умнее. Это вам совет, в принципе, на будущее, если вы будете с кем-то в споре, чем громче вы орете... И чем больше оскорблений выпускаете, тем более жалко вы выглядите. Когда ты пытаешься кому-то вот это на оскорблениях что-то доказать, это же просто переливание из пустого в порожнее. Да ты дурак, да ты сам дурак. В чем вообще конструктивность диалога? Ты собеседника не сможешь убедить, если ты начнешь с его оскорбления. Если ты хочешь кого-то в чем-то убедить, говори то, что он хочет услышать, но пытайся повернуть его мнение в другую сторону. Никогда нельзя оскорблять того, кого ты, блядь, хочешь в чем-то убедить. Говори человеку то, что он хочет услышать. Ну давайте послушаем, что хотят слушать те, про кого Виталий делает ролики. Сорта. Смотри, когда ты выглядишь прям вот так, скажем, как пеликан. Ну, так, без оскорблений. Что это за страхолючий? Потому что моя мама похожа на Шрек. Я не знаю, это я... Ну, без оскорблений. Не переживай, Виталь, сильнее, чем свою мать, ты никого не оскорбишь. Не хочу никого оскорбить, но люди, у которых вот здесь вот проплешины между зубами, чем она больше, тем больше такое, знаешь, дебильцо на лице, короче, появляется. Хочу, конечно, спускаться в оскорбление, но, черт возьми, откуда у тебя появится в реальной жизни? Друзья, ты сидишь, у тебя лоб нависает просто над глазами, и кажется, что ты сердитый человек. Бля, я так каждый раз с этого угораю, пи***.
Не хочу оскорбить, но у тебя нет друзей, потому что ебало выглядит сердитым. Чувак, ты сам выглядишь так, как будто ты вечно срёшь. Ты видела хоть раз, чтобы я кого-то оскорблял на почве лишнего веса? Посмотрите, жирная, сука. Вот это ебало. Меня забавляет, что какой-то цунарев сидит рофлит с чужой внешности, хотя сам выглядит как цыган, будучи украинцем. Ты поэтому свою мать оскорблял? Та сердито выглядит. У той дебильцо на лице. Слышь, цыганьё, ты сам выглядишь как украинское импортозамещение Бен Ладена. Сын Бен Зелена, блять. Ты вообще кто? Не хочу оскорбить, кстати, никого. Я вообще хочу ко всем обратиться. Не берите все близко к сердцу. И то, что вам говорят, это просто слова. Короче, выложил сегодня влог свой. И что вы думаете? Захожу и читаю комментарии. Одному не нравится моя форма, слишком жирный. Да идите нахер со своим спортом, серьезно. Качайтесь теперь сами, я не буду больше снимать. Если бы я оскорблялся и хоть как-то реагировал на все оскорбления, которые мне за всю мою жизнь пришлось прочитать про меня и выслушать, то я бы был бы самым нервным человеком на планете. Если он говорит чушь, я начинаю стебаться и над тем, как он выглядит в том числе. Потому что просто этот человек заслуживает, чтобы его высмеять, потому что он просто смешной. Я оскорбляю только тех, кто несет чушь. Ну вот ты снял два видео про Стаса, в котором нес какую-то хуйню, и он тебе ответил, что ты во всем не прав и ты тупой. Стаса, и как неоднозначно, проплаченный тут жирный ублюдок этот. Я так жалею, что я выпустил те два видео про этого хуйсоса, потому что я слишком вежливо к нему там относился. Это животное, блядь. Он же меня еще тупым обозвал, вы представляете? Смотрите, блядь, как это животное общается. Хотел кайтить этого долбоеба. Учитывая то, что там было в ролике, слово «тупой» к тебе подходит, и оно вдвойне оправдано, потому что хуйня, которую ты нес в ролике, доказывает, что синдром Даннинга-Крюгера придумали, посмотрев твой канал. Он говорит, мне 100 тысяч, блядь, вот так вот, тут же цифра подрастает на несколько раз. У него стоит вот этот девайс, вот точно такой же, как у меня, который я сейчас здесь смотрю на этот ролик именно с него. У него стоит этот микрофон, у него вот эта камера, которая снимает, это все стоит $1000, понимаете? Это все сотни и сотни тысяч рублей, если не миллионы. Более того, это техноблогер, ему нужна эта техника. Сразу видно, человек разбирается. Стас же техноблогер, значит, ему нужно, походу, постоянно скупать миллиард техники. Нахуя ему столько камер и микрофонов? Чтобы на каждый из них сказать, что ты хуесос? Виталий, да? Пидорас и хуесос. Блин, ну, значит, Виталий оказался прав. Специалист Виталий. Я думаю, вас тоже немножко бесит Виталик, поэтому давайте чутка приспустим его ЧСВ с небес на грешную землю и покажем, что он тоже человек. Ну, по крайней мере, гуманоид. Сделать это будет достаточно просто, потому что он плох буквально во всем, даже в понтах. Решил он как-то в очередной раз поглумиться над нищей русней и говорит: «Просыпаюсь, выпиваю чашку чая, моча, пачка которого стоит примерно как половина ЗП в России». Во-первых, мочехлёб, ты вот ну не мог другой бренд подобрать, чтобы повыпендриваться, да? Можно свою санину пить, прикинь, как экономно, а? Во-вторых, если ты отдал за 600 грамм половину российской зарплаты, то тебя д***боёбы обдурили, и это нужно было скурить. Далее обсудим его величайшие спортивные достижения, ведь не каждый заявляет, что выглядит лучше большинства людей на планете. Я объективно выглядя, наверное, лучше 99,9%, я имею в виду тело, не знаю, лицо не мне оценивать, я имею в виду тело, вот то, над чем я могу работать, собственно. Я работаю и выгляжу, наверное, лучше, короче, большинства жителей планеты. Очевидно, каких-то результатов он достиг, однако примечательно то, что когда он хвастается фигурой, он не начинает позировать в камеру сам, а показывает одни и те же фотографии многолетней давности. Я не удивлюсь, если при знакомстве девушка попросила его показать бицуху, и он полез искать фотки в телефоне. Я когда появляюсь на улице, я, во-первых, больше всех остальных. Ну, сейчас я уже чуть поменьше, конечно, чем я был в хорошей форме, но, тем не менее, был здоровый. Прогресс за 2 года, прогресс за 5 лет. Также мне это напоминает Гену Букина, который считает себя великим футболистом, потому что когда-то сделал хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч», в настоящем являясь обрюзгшим продавцом обуви. Вот Виталя, по сути, такой же. Сейчас формой особо не похвастаешься, когда твоя бицуха похожа на ухо Хабиба, а ноги такие, словно в них автомагнитолу засунули. Несмотря на это, Виталий считает себя невероятно компетентным в вопросах бодибилдинга и долгое время продавал курсы тренировок, но чтобы дождаться от него программы, приходилось ждать долгое время. Виталий играл в долгую, а если времени мало, то был пунктик доплаты за срочность. В итоге человек, который за это доплатил, один хуй ждал целый месяц. В итоге настал тот великий день после пи***тых историй, в которых Виталий проводит нам расчеты калорий с прогрессией веса до бездушных теорий, спускаясь прямо с небес на радость аудитории. Вот, наконец-то, результаты работы. Ну-ка, быстрее покажите нам, что там! Да, Виталий, как всегда, великолепен. Такой программой тренировок можно было бы раскачать целое племя в Африке. Виталий там! Клан! Соли на краю! Добрый день!
тебя! Всю программу! Ты не робот! Разумеется, клиент почему-то был не очень доволен, и в ответ на это Виталя сказал, что «Слышь, я вообще-то огромный, больше всех, кого ты знаешь, и больше, чем Йети. Другой Йети». К тому же, если сравнить, то какой-то колоссальной разницы между ними нет. Значит, если Виталий и больше, то потому что распух от ЧСВ. Походу, этот Виталий Танос сам определяет реальность. Всего хорошего. Вот этот мужик, кстати, Evolution Yeti, очень грамотно раскатал Виталю по теме спорта, и что примечательно, ни разу его не оскорбил. Там именно критика, и как вы думаете, ответил на это Виталий Ублюдан, учитывая то, как он нас учил правильному поведению в спорах? Это слабость, когда ты начинаешь орать, оскорблять. Ты выглядишь от этого, ну, более жалко, чем ты мог бы выглядеть. Вот сейчас все, кто смотрит Yeti, может, и смотрит меня, вот задумайтесь, это человек, это крыса. Что ты посмотрел видео одного уебка Yeti, вот это мы сейчас к нему придем, вот этот пи***бол, видите? А что тебе не нравится, дядя, если твою хуйту можно загуглить за минуту, как и вообще все, что ты делаешь? Ценность любого твоего высера — это одна минута в интернете. Попробуй еще оспорить, а лошара, любой школьник тебя раскатает по любой теме, которая разбирается в этом ролике. Так что все, что ты можешь, это обиженно кудахтать на всех, кто делает на тебя хоть какие-то видео, и продолжать убеждать себя: «Я огромный, я не гидроцефал, это просто черепная бицуха, ты своими размерами можешь только перед Википедией выебываться». Да блин! У любой феминистки, которую ты обсираешь, яйца больше, чем у тебя, потому что они хотя бы могут постоять за свою позицию, а ты на своих тоненьких палочках только на хуй повертеться можешь, избушка на курьих ножках, блять. Возомнил он себя небесной цитаделью, ты просто как табуретка, которая выебывается тем, что когда ты была огромным деревом. А теперь ты просто подставка для жопы, так что стой и впитывай, там мразь. Так, стоп, стоп, а чё это вообще злой такой? Да потому что эта свинья поливает грязью каждого, кто вступает с ним в диалог, еще и угрожает Стасу. А, не, это тема другого блока, а сейчас мы немножко послушаем от Виталия про силу воли. Можно быть очень сильным, а внутри просто очень мелким. Ну не будет человек слабохарактерным, если он накачался до больших размеров. Элементарно просто накачаться до таких размеров стоит больших усилий, силы воли, издевательств над собой. Человек, который накачан, это человек целеустремленный, потому что у него хватает силы воли заставлять себя делать вот это. А значит, у него хватит силы воли заставить себя сделать его то вот. Потому что у тебя нет силы воли. Для этого нужна выдержка. Действительно нужна. Какая-то, хоть какая-то да нужна, чтобы не есть. На самом деле, я не понимаю, мне это довольно легко на самом деле. Есть люди, которые типа вот-вот стоит рядом. Еще и жену безвольной выставил, чтобы попонтоваться. Ну ты-то сам к земным страстям не уязвим. Я иногда, когда нервничаю, я начинаю жрать. Мне все время хочется жрать. Причем не просто жрать, а жрать вот именно вещи, которые мне нельзя. То есть сладкое. Я сладкое себя изолирую, то есть я сладкое не ем вообще, кроме сладкого чая. Это мой единственное сладкое, которое я потребляю. И вот есть такие моменты, когда я очень там много денег потерял там на конторах. Ну, судя по твоей жопе с ногами, ты не меньше миллиарда просрал, это точно. То, что ты хочешь, надо выгрызать зубами. Так вот, я никогда не жалуюсь. Если ты что-то хочешь, бери да делай. Делай. Слушай, грызун, напомни, почему ты перестал продавать программы и снимать про спорт? Ну, когда я еще занимался, там что-то для людей делал, потому что потом меня просто оскорбили, я перестал этим заниматься. Он втирает, какой он мужичара, блять, качок, и что имеет королевскую волю. Как ты вообще после этого смеешь упрекать кого-то в слабохарактерность, если тебя оскорбила критика от Йети, и ты сразу пустил подливу такую, что перестал зарабатывать на спорте и начал на него ставить? Самое смешное, что этот пусибой реагирует на любого комментатора, кто посмел задеть его ЧСВ, и обвиняет их же в том, что он перестал нести людям добро своими спортивными курсами. Короче, немножечко хочу рассказать о комментаторах под моими влогами тренировочными. Снимаю для вас тренировки, стараюсь. И потом какой-то падла находится, который пишет: «А ты неправильно делаешь, а технику ты портишь». Ну иди нахер, не буду я снимать для тебя больше влогами. Качайся сам, как хочешь. Блять, вот просто хочется тебя найти, ебучий ты комментатор, блять. Вот просто спросить нахуй себя, вот что ты, блять, за человек? Знаете, почему я перешел от фитнес-темы в общую тему? По той же причине, почему я перестал расписывать свои диеты и тренировки. Потому что есть вот такие вот люди, которым даешь что-то хорошее, а они тебе в ответ плюют в лицо. И я такой смотрю на это, думаю: делай что хочешь, все, от меня больше ничего не жди. И я перестал давать ценный познавательный контент по фитнесу. Хейтер, не пишите плохие комментарии, пожалуйста. Иди поплачь к маме, сосунок. То есть злит меня он, потом какое-то чмо.
Из его вот этих вот 5 1000, которые пролайкали, заходят ко мне на канал, пишет комментарий, злит меня второй раз, а я делаю ответную реакцию. Я беру и начинаю что-то доброе, что я пускаю в мир, изымать из него обратно. И многие люди от этого страдают. Вот из-за таких, как он, и из-за таких, которые ставят ему лайки. То же самое, что с Йети, то же самое. Я сегодня в Телеграме в чате кинул его видео и сказал, ну чё, пацаны, мне и ставки закрыть, будете на работу ходить? Я могу удалить канал, либо 15 подписчиков, либо 5 лайков под этим видео, либо больше 3 давать комментариев хороших, либо я удаляю канал. Так хули ты из себя строишь самого главного мужика, если ты, блядь, обиделся и перестал снимать про спорт? Если бы ты был Геркулесом, ты бы после буллинга Фила от депрессии сдох. Помните, как Виталий завидовал тому, что женщины родились женщинами? Так вот, можешь не переживать, судя по твоему поведению, пизда у тебя все-таки есть. И на канале от бодибилдинга остался только дебил. Кстати, знаете, как называют йети, которые любят оральный секс? Миньети. За 2 года первых своих занятий не пропустил ни одной ссаной тренировки. И, как мне кажется, по своей воле ни единого приема пищи. Представляете, за 2 года, 2 года жизни, а это не самая вкусная еда, обычный вареный рис, даже без соли, просто я его варил, и вареная курица, и яйца. Собственно, утром еще овсянка, с вечером творог, все. Это весь мой рацион 2 года. Каждый, блядь, сука, день! 2 года подряд, вы представляете? То есть я себя контролировать умею. Кажется, выгляжу лучше большинства людей на планете. Потому что, ну, я тупо занимаюсь в зале. Я соблюдал режим, я жрал курицу на протяжении 2 лет. Кстати, знаете, почему он выбрал курицу? Потому что он петух. Лёша, ебать твою мать. Ебашь ноги, Лёша. Ноги ебашь, Лёша. Хотя ты даже ниже, чем петух. Он хотя бы самец, а ты цыпленок недожаренный. Блять, вот это достижение — делать то, что делают все остальные спортсмены. Мне кажется, если бы ты был Гераклом, твою 12 подвигами были бы питание, поход в качалку, соблюдение режима, профицит калорий, чай моча и очки Гуччи. А вместо немейского льва можно отпиздить жену? Причем он даже не натурал, а накачался с помощью фармакологии. Так о каких там подвигах ты можешь затирать, если у тебя даже форма не натуральная? У меня тоже часто течет кровь носом. Я использую некоторые препараты стероидные, которые поднимают иногда давление. Какую фирму стероидов я обычно предпочитаю? Если честно, по фирмам особой разницы нет. Они все плюс-минус одинаковые. По какой-то причине, наверное, это привычка, чаще всего я принимаю Балкан. Так что засунь в свое толстое очко свои пустые бравады о том, какой ты огромный, потому что, как показывает практика, размер не имеет значения, и речь сейчас будет не только про мышцы. Секс. No! Дело в том, что однажды Виталя смотрел украинское шоу, на котором к девушкам вышел качок с маленьким глушаком. Виталю очень расстроили насмешки от этих женщин, и он решил восстанавливать справедливость. Как смешно. А над маленьким пи***ом у качка можно посмеяться, потому что просто вот не знаю почему, потому что я тупая сучка. Конечно, это все, я уверен, подстроено, но действительно, иногда женщины любят посмеяться над этим, и это несправедливо. Поэтому я всячески не упускаю возможности посмеяться над женщинами где-либо, если они того заслуживают. Вероятно, он так обижается, потому что своим глушаком похвастать не может. И это неудивительно. Раньше он выглядел как типичный либераха, а хуй не растет наравне с мышцами. Вот так вот снисходительно, что ты, блядь, кому-то ты нам рассказываешь. У тебя комплексы, что ли, пи***ка, может, маленькая? Да, у меня маленькая пи***ка, буду оправдываться. У качков здоровые ноги. В общем, на фоне этих огромных ног пи***ь окажется чуть меньше, естественно. А сейчас мы будем накрывать наш большой семейный стол. Это, блядь, насмешка над словом «большой». В таком случае у меня большой хуй. Хорошо, что он сам иронизирует над этим. Ну а что еще остается, правильно? Только смеяться. Вот и мстит Виталий Куколдан женщинам, затаив глубоко внутри обиду. Что поделать, если только комплексы Виталий может засунуть поглубже? Поэтому ему и пофиг, что кто-то будет трахать его жену. Сам-то не может, поэтому и девушка вечно грустная рядом стоит, потому что твой хуй смешной. Без оскорблений, разумеется. Без оскорблений, друзья. Несмотря на то, что Виталий осуждает критику в свой адрес, сам контент его построен на том, что мне даже стыдно назвать критикой, потому что он выдумывает аргументы сам, после чего на них же и отвечает. У нас все по графику. У нас уборка по графику. Ее этот график очень так это возмущает. Представляю, спим мы до 2 часов. Вообще не понимаю, почему у наших людей вот это спим до 2 часов дня. Как ты можешь быть, ты же ленивый. Если человек не спит до 5 утра, а потом спит до 2 дня, то он спит то же самое время, просто в другое время. То есть не просто не ночью, как ты. То есть это не значит, что он ленивый. Виталь, конечно, это не значит то, что он ленивый.
ленивый, потому что о ленивых вообще никто не говорил. Просто он начал разглагольствовать на тему, которую даже не поднимали. Переслушайте этот отрывок. Где-то вообще про лень хоть слово было. Любовь к своему мужу. Молодая девушка променяла на любовь к холодильнику и жирной еде, шепчутся соседи. Шепчутся соседи. Какая тебе, блядь, разница, что там шепчутся соседи? Ты должен за себя в первую очередь думать и что важно для тебя. Человеку не нравится быть толстым, наверное, потому что он себя либо плохо чувствует, плохо выглядит, или по каким-то другим еще причинам. А не потому что шепчутся соседи. Конечно, не поэтому, потому что он всего лишь сказал, что о ее весе шепчутся соседи. Он не называл причину похудения. Мне обидно за девочек, которым навязывают вот эту красоту инстаграмовую, которая просто... Ой, мне тоже обидно, как они находят себе вот этих вот богатеньких, потом они ездят на Мерседесах, на Роллс-Ройсах, на геликах, показывают вот эти вот свои кольца, типа маникюр на фоне руля, да, вот это. Взял, подменил понятие и подумал, что жалость к инстаграм-моделям, а не к тем, кому навязывают эту внешность, вынуждая соответствовать. Виталий, вот прикинь, моду на интеллект введут, сам станешь угнетаемым классом. Глупый, ну тупой, но он себя не убьет чаще всего, то есть у него ума не хватает это сделать. Ты поэтому все еще жив? Да почти все, блядь, люди на планете живут гораздо хуже, чем живу я. Я могу себе позволить все, что угодно практически, но тем не менее, вот, меня посещают подобные мысли. Глупый, ну тупой. Причем меня забавляет, что Виталий может насмехаться над другими людьми, но при этом сам быть таким же недотепой. Например, за речь. Беру сковороду и ложу. 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 Они богатые, вот это ихнее кинопроизводство. Как заработать на букмекерских конторах? Подписывайся на канал. Выехать можно только по служебной командировке. Однако в своем коловращении Виталий настолько преисполнился, что решил также оценивать и юмор, говоря, что у них там все не смешно. Челлендж, хирелендж. Ты потом эти полотенца стираешь. Знаете, друзья, ну насколько неумело, насколько глупо, насколько плоские ее шутки. Для кого он сделал? Кому это смешно? Ну, это и правда не смешно, а вот его скетчи, снятые титаническим трудом, находятся на другом уровне. Во время своего видеоблога я снял титаническими усилиями аж 2 скетча. Вот этот и вот этот. Оба их ты можешь посмотреть у меня на канале, и как мне кажется, они не то что на голову, они на 300 тысяч голов выше вот этого. Там есть постановка, монтаж, уместная его время подставленная музыка, сюжет в конце концов. А второй свой скетч под названием «Веселый тренер» он и вовсе скрыл. Видимо, веселый тренер стал грустным, увидев эту хуйню. То есть, по его мнению, вот это вот еще нормально. У Виталия в целом проблемы с юмором, сам, как он рассказывает, смеется редко, что, глядя на его контент, вообще неудивительно, там только плакать хочется. Ничего плохого не вижу, и даже мне смешно, друзья, я вообще редко смеюсь, я не очень веселый человек, а браво, мое почтение. И вот вам, наверное, интересно, что же там за гении юмора смогли рассмешить Виталию? Лёшка, извиняюсь, вы пукнули сейчас? Вот это интересно. Говорит, меня сложно рассмешить, и в голосину оценил пердежно-фекальную репризу, проорав со слова «пукнуть». Да вы, я смотрю, эстет настоящей комедии. Удивительно, что вы не слушаете русский рэп. Плюсов масса и минусов нету. Ты полон энергии от заката до рассвета. Про тебя это... И все-таки Виталий оказался големом, слепленным из говна. Так с шуток про пердеж не усыкался даже самый ярый представитель поносных войск комедии Алексей Щербаков. А это значит, можно смело диагностировать палидолуизальную нейробластому жопы и заканчивать этот обзор. Но я не буду, потому что чем глубже с тем смороднее какиш. И это в точности описывает контент Витали. Кинокапитализм в действии. Который, забыл, понимаете, себе, слово... Капиталист. Которого смешит слово... Олигарх. Кендер, понимаете? И он просто со стыда провалится под асфальт. Боже, как же великолепна эта сцена. Жена говорит про инцела, который ржет со слова клитор, и рядом сидит Витали, который угорает после слова клитор. Также постоянно вставляет шутки про письки и не дает жене договорить свою мысль. Какой же это кринж. Ну ладно, с дурачка посмеялись, теперь можно и перейти к фундаментальному анализу, откуда же взялись его ценности. А помочь мне с этим разобраться помогло самое грустное видео на ютубе и почему жизнь дерьмо. Наверное, потому что ты в ней, Виталий Дан. Вообще, я это говно включать даже не хочу, поэтому навалю душнины и сам перескажу, что суть самого грустного видео на ютубе заключается в том, что жизнь несправедлива. Вау.
Никогда такого не слышал. А все потому, что армия, буллинг в школе и проблемы с девушками. Именно так выглядит безысходность. Обыденные подростковые шаблоны, и как по мне, это именно то, что волнует самого Виталия Дана, потому что он говорит об этом постоянно. О том, как он сам всего добился, какой он богатый, как деньги его интересуют, и все это именно после высказывания. Хорошо, он вырос и поступил в университет, и в университете он понял, что там уже решают связи и деньги, оказывается. А если ты не родился в богатой семье, ну что ж, тебе не повезло. То, что кому-то дается легко, для тебя будут годы и годы усилий, если вообще будет. Кому-то на 18 лет Rolls-Royce, а ты на метро до 30. Живешь и покупаешь себе Rolls-Royce, потому что муж может себе позволить, а ты, собственно, родилась где-то в бедной семье. Но теперь ты ездишь на Rolls-Royce просто потому, что родилась красивой женщиной. Даже я ей завидую. О том, как девушки ценят по обертке. Его начинает интересовать противоположный пол. Он же у нас мальчик, да, поэтому ему интересны девочки. Но девочкам он не интересен. Девочкам интересны красивые парни или доминирующие парни, которых уважает весь класс. Молодые девочки выбирают больше по обертке. И опять он пролетает мимо, потому что девочка, которая ему нравится, выбирает другого, а его отшивает. А потом сосется с ним у него на глазах. При этом все видео на фоне качается. Интересно, почему? Родившемуся олигарху в норковых пеленках отлично себя чувствуется. Он король жизни с рождения, он ни в чем не нуждается. Все машины, все женщины, все места, любые развлечения, доступные человеку, все его. Виталий Дан всегда называет именно эти критерии. Спроси у человека, что ему нужно от жизни, и ты услышишь разные ответы, которые основаны на его личных предпочтениях и интересах. У Виталия же ценности созданы комплексами. Возможно, в детстве его стебали как нищука и дрыща, когда он еще выглядел как щуплый цыганский либерал. Виталий даже накачался, чтобы на его теле поместилась памятная татуха сженого коня. Виталий поэтому и не радуется жизни, потому что дофамин, как пропавший батя, приходит только тогда, когда мы чего-то добились, а все достижения Дана заканчиваются потреблением. Это довольно обыденная ситуация, потому что люди этот путь не выбирают, их на него наставляет окружение, в котором они сформировались. Многих из нас сравнивали с кем-то, и вот задумайтесь, когда вы подавляете свое чадо, навязываете ему свои ценности и не развиваете его собственные таланты, из него потом вырастает Виталя, а кто-то и не вырастает вовсе. Он в этом ролике по сути описывает себя, ведь если взять информацию из других роликов, его булили в школе. В школе твоего сына будут дразнить за то, что он более бедный. Я не знаю, есть, конечно, разные школы, но в той школе, в которой учился я, бедность все-таки презиралась. Иногда на школе тоже иногда издевались, как бы. Ну, не то чтобы прям сильно, но мы все какое-то унижение иногда терпели в школе. Я много ситуаций в жизни испытал. Меня там унижали, там, может, в школе где-то, что-то еще. Мне неприятно было. Она выбирает именно того, кто приехал за ней на Камаре и кто приехал за ней на Жигуле. Это разные две вещи. И тут вдруг бац, он накачался. Его жизненные цели — это деньги. Перед окружающими он постоянно понтуется и реально завидует девушкам. Ведь у них есть возможность вести паразитический образ жизни, и это стало основой его антифеминистического контента. Виталий унижает девушек. И это правильно. Однажды из-за них мы оказались на этой грешной земле. На самом деле я шучу. Давайте подробнее разберем, что Виталий говорит про девушек. Феминист. Виталий. Как и в случае с Эйпидиди, в нем виднеется какая-то внутренняя озлобленность на женский пол. Причем они в этом даже не виноваты. И выражается эта обида в темах спора и в инструментах его ведения. Современные феминистки, которые себя так называют, это не те люди, и не те они испытывают как бы чувства, не те они исповедуют как бы идеи, которые изначально закладывались в это движение. Тут просто взял, заявил, что у этих современных феминисток неправильные ценности и чувства неправильные. Вот так Виталий спорит. Фундаментом этому, конечно же, служит невежество. Что бы они ни сказали, он просто говорит «нет» и как раньше просто придумывает какую-то чушь, лишь бы было, даже если это противоречит его собственным словам. Меня очень забавляет тот факт, что некоторые реально считают, что в России матриархат. Я не знаю, кто эти некоторые. Матриархата никогда не было на планете и, скорее всего, никогда не будет. Это невозможно. Матриархат, он по всему миру сейчас. В наше общество он впитался вместе с Советским Союзом, и это я там рассказывал. Определись, долб***. К тому же матриархат на планете был в первобытные времена, это еще в школе проходили, но... Виталя, ему лучше знать. Эту главу уже можно заканчивать, человек просто обесценивает феминизм и придумывает аргументы. Однако мне хочется все же покрепче убедить зрителя в том, что Виталя тупо хейтит женщин, смещая акцент на себя любимого и мужчин в целом. А все почему? Потому что он нарцисс, поэтому эта глава не столько о феминизме, сколько о личности Витальки. К примеру, если девушка жалуется на какую-то проблему, неважно какую, Виталя сразу же парирует ее наличием проблем у себя самого, о чем говорилось в конце предыдущей главы, а именно об армии.
пока такое существует, я не буду считать, что как бы женщины имеют право хоть на что-то жаловаться, в принципе, потому что года отсидки по рождению у них нет. То есть Виталий Деградан считает, что наличие проблем у одних обесценивает проблемы других. Видимо, считает, что общество — это единый организм, и проблемы должны решаться строго одна за другой. Но абсурд даже не в этом. Во-первых, этот придурок в армии даже не был, однако почему-то считает ее настолько важной и серьезной проблемой, что остальные автоматически становятся второстепенными и вовсе даже ненужными. Во-вторых, если сейчас кто-то из вас подумал, что домашнее насилие или изнасилование является для женщин более серьезной проблемой, то если вы стоите, лучше присядьте и просто держитесь нахуй. Вы сейчас такой довод услышите, что по сравнению с ним денацификация звучит как что-то разумное. Давид бы просто охренел, увидев эту реакцию от Виталия. Ежегодно несколько десятков тысяч мужчин подвергаются изнасилованию в российских тюрьмах. Вряд ли какой-то мужик приходит и подает там заявление на изнасилование. Ну, тупо стыдно, да? Женщинам тоже, но это далеко до того чувства, которое испытывает мужчина, когда говорит, что меня, скажем так, выдолбили. Твоя жизнь делится на до и после. Давайте так, женщины. Когда с тобой совершается подобное, конечно же, это плохо в любом случае, это очень плохо, но ответственно заявляю, что когда это случается с женщиной, женщине и в десятую долю не так плохо, как плохо мужчине в таком случае. Потому что, ну, для женщины все-таки это естественный процесс. Против ее воли, но естественный. Чего, блять? Виталя, ты ебанулся, что ли, Виталь? Тебе это что, мама сказала? Бля, может он поэтому завидует женщинам на самом деле? Потому что кто-то отмел его поюзанный пердак? Я иначе не знаю, что означает фраза «авторитетно заявляю, что мужчинам признание хуже». Чтобы вы понимали, это он не просто дурость ляпнул, потому что подобная мысль повторяется неоднократно. Представляете, вот женщины, вот послушайте, вот эту статистику. Мужчины чаще подвергаются насилию, чем женщины. Вы представляете себе, то есть... Какому? Любому, вообще любому. В любом виду насилия мужчины подвергаются чаще. Есть статистика. Что ты смеешься? Тебе смешно? Мужчинам не смешно, которые подвергаются сексуальному насилию. Ребят, чат мне вообще не смешно. Ай-яй-яй. Какому сексуальному? Одно дело, когда ты подвергаешься насилию в то место, в которое, в принципе, ты и должна ему подвергаться. Какая статистика? Че несет? Мужчины чаще подвергаются насилию. Виталь, признайся уже, кто тебя трахнул? Ну, видимо, тебе придется преподать урок анатомии. Во-первых, естественное отверстие не всегда естественно принимает. Почему ты этого не знаешь, я не знаю. Возможно, твоя половая жизнь является ключом к разгадке, почему ты переводишь стрелки из на***ния на мужчин. Выражаясь более доступно, мне кажется, что жена ебет Виталика, а он ее нет. Во-вторых, Виталь, я тебе, возможно, тайну открою, но у девушек тоже есть, извиняюсь, жопа. Очко. Дупло. Очко. Задний проход. Жопа. В-третьих, жесткий коитус – это сам по себе процесс травмоопасный, даже по согласию. А если это происходит без смазки с сопротивлением, то вероятность получить физическую травму повышается в разы. Не говоря уже об огромном риске подхватить какую-то болячку. В-четвертых, психологическую травму также никто не отменял, которая буквально меняет жизнь многих людей на до и после. Это тебе не Шурыгина, и настоящее нахуй намного страшнее. Ты бы об этом скорее всего узнал, если бы попал в армию. И вот такое минимальное количество нюансов он просто пропустил. У него реально логика на уровне дырка. Причем это не единственный раз, когда он обесценивает эту женскую проблему. Вы знаете, у нас не за каждое убийство изнасилование 15 лет дают. Заметьте, какие преступления женщина ставит рядом в одну графу. То есть одно преступление, которое лишает человека жизни, а другое преступление, которое надругается над человеком, но все же человек остается дальше жить. То есть да, моральная, психическая травма, да, короче, я вообще не верю в эти все психические травмы. Опять-таки, я не могу себя потому что поставить на место слабого психически человека, поскольку я таковым не являюсь. Кстати, я напоминаю, что он прекратил заниматься бодибилдингом, потому что его оскорбили. Ну, когда я еще занимался там что-то для людей делал, потому что потом меня просто оскорбили, я перестал этим заниматься. Да, просто пи***ц, вдумайтесь, он не верит в психологическую травму после изнасилования, говоря, что это про психически слабых людей, при этом сам бросил снимать про спорт из-за хейта. Ну что ж, посмотрим, как ты поведешь себя после того, как я тебя выебал. А чтоб тебе было обиднее, тебя еще и женщина разъебет. На связи Ева Ноутоксик.
Конкретно я, из всего консилиума блогеров, представленных в данном видео, как человек, снимавший обзоры на фем-контент, рассмотрю критику вопросов феминизма Виталием Даном. Да уж, мультивселенная мало изучена. Посмотрим, как Виталий рассуждает на тему абьюза. Абьюзер, кстати, это я просто перевожу, если вы вдруг не знаете, как бы. Тот, кто использует. Использовать ради какой-то выгоды. Если абьюз — это синоним к слову «использовать», то Дан явно мощно абьюзит стероиды. А знаете, что угнетается от этого абьюза? Глушак. То, как наши люди, наши женщины, это слово употребляют, знаете, в отношениях, когда один другого подавляет, как они говорят, эмоционально, это не абьюзер. Если использовать не англицизм «абьюз», а его семантически одинаковое звучание в русском языке, то речь идет о насилии. Эмоциональное подавление партнера — это и есть эмоциональное насилие. На основании чего он вычеркнул его из проявления абьюза, непонятно. Ну ладно, слушаем дальше. Все равно абьюзерша, она, если ее подавляют эмоционально, она все равно абьюзерша, потому что за нее платят. Хорошо, Виталий, так и запишем. Она за него держится, несмотря на то, что он ее эмоционально подавляет, за деньги. Вот это называется абьюзерша. То есть в большинстве случаев это женщина. Так как есть физическая, психологическая и экономическая формы насилия, то в ситуации, описанной Виталием, мужчина оказывает эмоциональное насилие по отношению к женщине, а она, в свою очередь, якобы финансово абьюзит его. Вот только по определению экономическое насилие предполагает создание зависимого положения одного из партнеров. В данном вымышленном случае, если женщина не будет терпеть его психологическое насилие, лишится денег. То есть, если женщина, как в описанной ситуации, терпит психологическое насилие из-за того, что мужчина за нее платит, то все равно получается так, что она по определению не абьюзер, так как поставлена в зависимое положение. И по отношению к ней все так же применяется и эмоциональное, и экономическое насилие. Но да, если бы сама женщина именно присваивала деньги мужа с целью контроля его, то уже она бы являлась абьюзером. Только в Дано задачи Виталия такого пунктика не было. Вот в чем разница. Думайте. Рассмотрим момент из видоса под названием «Такого идиотизма от фемок я еще не слышал». Сначала покажу часть ролика из ТикТока, который он будет далее обсуждать. Мужчины, которые говорят, что феминистки страшные, просто завидуют патриархальным нефеминистичным девушкам, потому что они красивее и круче них, и у них больше мужского внимания, мы им завидуем. Но не поэтому, а потому что они живут с розовыми очками. Наверное, это такая замечательная жизнь. И, собственно, сам аргумент Дана, если вообще можно это назвать аргументом. Когда живешь и покупаешь себе Rolls-Royce, потому что муж может себе позволить, а ты родилась где-то в бедной семье, но теперь ты ездишь на Rolls-Royce просто потому, что родилась красивой женщиной, даже я ей завидую. Заценили глушачки у тачек на видеоряде? Тащим-то к чему вообще был пример с женщиной, которая купила Rolls-Royce на деньги богатого мужа? Таких женщин, которые нашли настолько обеспеченного мужчину, единицы по соотношению к общему количеству патриархальных женщин. Как это разбивает аргумент феминистки, для меня остается загадкой. Если вы вдруг подумаете, что я просто вырвала из контекста, то я вас разочарую, ну или обрадую. Дальше он лишь сказал, что завидует этой девушке, ибо ей купили Rolls-Royce, а ему нет. Челты, челты. Далее снова покажу ролик из ТикТока, который рассматривал Виталий. Однажды я достаточно близко знала парня, которому с детства так плотненько внушили конструкцию «мужики не плачут». И когда у него в жизни случался какой-то капец, он хотел плакать очень сильно, но не мог. У него просто не выделялись слезы. При этом вместо слез он мог только всхлипывать. Но это были не обычные всхлипы, а буквально содрогание всем телом, как настоящие судороги. И длилось это все до тех пор, пока у него, по всей видимости, не поднималось давление и не начинало ручьем течь кровь из носа. Ситуация реально очень неприятная, а вот как на нее реагирует Дан. У меня тоже часто течет кровь носом. Я использую некоторые препараты стероидные, которые поднимают иногда давление, и кровь носа может пойти просто, когда ты там высморкаешься. О, дожили, вот уже и масло с глушака подтекает. Попробуйте далее вдуматься в то, что он скажет. Лично я при просмотре и разборе его мыслей вообще не поняла, что он хотел донести. И не вижу в этом никакой сугубо сильной проблемы. Давление — это просто последствия. Гораздо сильнее проблема — это само давление. Не вижу в этом никакой сугубо сильной проблемы. Давление — это просто последствия. Гораздо сильнее проблема — это само давление. Пиздец, он мысль сформулировал. Походу, уже не только глушак потек. Но поскольку это давление в его случае конкретно, наверное, было там минут 10, когда он пытался там заплакать по твоим словам, то ничего, никаких серьезных последствий. Честно, я не поняла, к чему Дан тут свой опыт привел. Если принимать стероиды, осознавая те самые последствия, и, что самое важное, согласен на них,
То бишь у него есть выбор, принимать или не принимать, страдать от повышенного давления и кровеизноса или нет. В случае с парнем, о котором рассказала девушка, мне кажется, у него отсутствует выбор страдать до желания плакать или нет. Ну как-то, знаете, оно само так складывается. Помимо этого, челик из-за, вероятно, и вправду уже укоренившихся психологических установок не плачет, отчего физически страдает. Если бы он понимал, что лучше проплакаться, как минимум для собственного здоровья, то так бы и сделал, но по какой-то из причин не может. Ух, жестко надушнило целую часть видоса. Но ежели вам зашла сия интеллектуальная мастурбация, то заходите на мой YouTube-канал, ссылочка будет в описании. Передаю слово мистеру Зио. После записи этого фрагмента Ева выложила новый видос и под ним оперативно насрал Виталий, открестившись от того, что он снимал до февраля. И это, сука, самый позорный каминг-аут, что я видел. Один видос от девушки, и эта бородатая пиявка, обоссавшись и обосравшись, просто признает, что кормила аудиторию говном, и то это пи***. Потому что его поведение отлично сочетается с его прошлым, и эта обиженная бородатая проститутка оскорбляла женский пол и до, и после войны. Если все это было исключительно ради статистики, какого хуя твои слова прослеживаются и в новых видео? Че, до сих пор оскорбляешь женщин ради статистики? Так ты еще и оказывается хуй. Короба лепная, которая говорила то, что не хочет? Мне даже интересно, как ты будешь оправдываться, когда я тебя из-за политику обоссу, раз ты годы своего контента послал нахуй, дал жидкого после видоса от девушки. Это же собака гавкала про силу воли и слабохарактерность, что выгрызает то, что ему нужно. Я ставлю хейтеров, блядь, на место, но закрывая свой гештальт, грызун Виталий ставит зубы на асфальт. Когда очередной блогер обсирается и отмазывается от прошлого, нужно сказать спасибо, Ева. Никто, блядь, из нас не знал. Не хочу никого оскорбить, кстати. Что если я тебе скажу, что вероятность того, что тебе из другой мужчина выше, чем липовое обвинение в твою сторону. Ой, извините, пожалуйста. Ну, наверное, это правда, но как-то, знаешь, я просто немножко делю. Сейчас девушке, наверное, не понравится девушкам, что я скажу, но один раз потерпеть очень неприятные вещи на протяжении получаса, у кого как по-разному, да? И 8 лет, сука, в тюрьме терпеть эти же самые вещи. 8 лет! 8 лет! Спросить лично меня, где я был все эти 8 лет? Жаль, конечно, этого добряка. Вы просто представьте, если бы Виталий был судьей. Ему говорят, он меня изнасиловал. А Виталий отвечает, и поэтому он должен сидеть? Срок это куда хуже изнасилования. Полностью оправдан. Так бы работали суды при Анкапе. Это тебе разбили нос дверью от машины, когда ты убегал от таксиста, который пытался изнасиловать тебя на заднем. Это фильмы из 90-х. Реально, ты кино насмотрелась там. Просто, знаешь, каждый день вижу такую насущная проблема. Еще столько условий поставила, знаете. Нам нужна там фонд борьбы с кирпичами, потому что каждый день ты проходишь мимо. Да, ну такого же не бывает. Сравнивать таксистов, которые домогаются, с кирпичами. Виталь, проблему с таксистами хотя бы можно попытаться решить. А если ты напишешь петицию против кирпичей, то могут максимум канал Руслана Шерипова заблочить. Че ты, сука, базаришь на... Да тебе приходилось дважды в жизни использовать перцовый баллончик прямо в салоне машины, потому что таксист на тебя догался. Наташа, ты использовала перцовый баллончик? Пошла аргументация. У тебя он вообще есть? У меня когда-то в детстве, когда я ходила вечерами одна, у подружки был вроде бы перцовый баллончик. Замечательный футаж под перцовку, Виталь, ей не так пользуются. Понятно, что бывает ситуация, понятно. Просто, ну, не первая же проблема на планете. Да, у нас коррупция, просто целая власть построена на коррупции. Это убивает нашу страну целиком. Из-за этого поднимается преступность. Вот эти самые вещи, которые она сейчас рассказывает, случаются из-за вот этого, из-за уровня жизни в стране. В цивилизованных странах насильственных преступлений практически не случается. Не первая проблема на планете, ну значит можно ее не решать. Как же ты тогда, мой во всем разбирающийся бородатый друг, объяснишь, что Россия даже в топ-10 стран по рейтингу изнасилования не входит? При этом США и некоторые европейские страны находятся в топ-10, и это не русские источники. Вот карта на 2023 год, США на 13 месте, а вот Россия. Что это за красная точка? Тоже Россия, что ли? Об этом сообщают иностранные источники. И твои любимые США возглавляют топ стран, неблагоприятных для женщин. Так что свои умозаключения можешь засунуть себе в задницу. От уровня жизни зависит. Да, зарплату маленькую выдали, вот я тебя и вы... Ты остаешься без денег, опыта работы, возможно, даже без образования и без карьеры. Ну, то есть, как большинство граждан этой страны. Наровне со всеми становишься. Да что ты говоришь? У нас в 2015 году без образования было всего лишь 0,3% людей. К 2022 году
года ситуация толком не изменилась. Так что ты настолько долбан, что даже нормально покритиковать ненавистную тебе страну не можешь. Это вопрос скорее образованности населения. Опять-таки, еще чем мне не нравится СНГ, вот почему я выбрался оттуда. Сейчас под принуждением, конечно, но я и так собирался это сделать. Очень низкообразованное население в массе своем. В массе своем, ага. Настолько низкое, что в мировом топе по индексу образования СНГ входит в первую треть списка. А в конце мы видим человека, которого в свободной стране даже назвать так нельзя. Это твой темнокожий брат? Сука, мало того, что он оскорбляет СНГ, так еще и феминистку ни в чем переспорить не можешь. Удали канал и не позорься, реально. Как я не люблю таких людей, которые пиздят о том, о чем ни черта не знают. Виталя в целом любит манипулировать статистикой. Ну, вернее, пытается, потому что реальных статистик он почти не приводит. Она есть только в его голове, и делиться он ею не хочет. Не, ну второй, если она будет гулять, нафиг такая баба вообще нужна? Хорошо, давайте так, гулять это делает, наверное, в браке, мне кажется, вы просто, вот сейчас вот не надо свои сопли развешивать, вот розовые. В браке, мне кажется, гуляют 99% людей. Я сам никогда не изменял и верю, что мне вроде как не изменяли, поэтому как бы я сам не хотел бы верить в эту статистику, но это так. 99% изменяют в браке, это статистика, ну мне кажется, но это так. И он, конечно же, входит в этот 1% людей, которые не изменяют, как и всегда. В СНГ люди не образованы, но не я. А еще в СНГ люди понтуются шмотками, но я не такой. Виталь, если бы ты хоть раз похвалил СНГ, тогда ты бы мог сказать, что ты не такой, а так я напомню. Образ быдла из СНГ Виталя смоделировал по себе, потому что все, в чем он обвиняет других, применимо и к нему. Наташа до этого вот думала, так как все вы думаете, абьюз, злоупотреблять переводится или использовать. Вот такое значение у этого слова. То есть, как и говорят, в отношениях с мужчиной-абьюзером не бывает мужчины-абьюзера практически никогда. Этот парень пиздец какой тупой! Виталя отменил мужчин-абьюзеров, потому что слово «абьюз» означает «злоупотребление». Не, ну как так можно? Виталь, ты если не в курсе, существует очень много слов с разными значениями. Например, «blue» может означать как цвет, так и эмоцию. «I'm feeling blue» означает, что мне грустно, а не то, что я синий, об этом еще Киркоров пел. Человек, который отправляется жить в США, даже таких простейших вещей не знает. Он реально выглядит как гигачат, который говорит: «Да, я слышал про ковровые бомбардировки, но не понимаю». Не понимаю, зачем сбрасывать ковры, это же неэффективно. Причем жена на фоне этой древесины выглядит как настоящий мальчик, потому что она пытается ему объяснить свою точку зрения, а он ей начинает рассказывать ее мнение. Правильное мнение. Это не абьюзер. Абьюзер. Нет, Наташа. Злоупотреблять переводится, но Наташа. Ну не обязательно бить, эмоционально поддавливать. Так ты сама сказала, качок. Это тоже не злоупотреблять. Злоупотреблять — это получать выгоду. Какую ты выгоду получаешь, если ты эмоционально подавляешь? Причем здесь выгода? Абьюзер питается за счет меня, угнетает меня. Блять. Принижает. Я не буду называть ее бодипозитивщицей, потому что такого понятия, как я понимаю, в данном случае не существует. Мозгов у тебя не существует. Виталий отменил бодипозитив. Он, походу, реально возомнил себя Таносом, самостоятельно определяющим реальность, потому что в споре он тупо всех отменяет. Феминизм, бодипозитив, Роскосмос и так далее. То есть феминизм, все. Это как Вторая мировая, он в прошлом, он закончен. В нем нет смысла. У Беларуси больше нет своего правительства. Что Мариуполя больше нет. Нет больше второй армии мира, газового, нефтяного шантажа, ничего больше нет. Нет больше предмета вражды, Путина больше не существует. Российских исполнителей больше нету, потому что остались только пропутинские. Больше нет людей на планете, кроме тебя. Нету больше Елбасы, нету больше Назарбаева. Больше нет космической отрасли, все. Роскосмоса просто больше не существует. Ляли, больше нет. Ты одна на планете, никого больше не существует. Всего хорошего. Вас в детстве дома били родители? Да. Почему она не ушла? Еще раз говорю, она в позиции жертвы. Но это ее выбор. Как можно говорить, что это ее выбор? Вы почему жертва обвиняется? Знаете, о чем они говорят? Вот только что она произнесла ту фразу, я вам сейчас включу. Слушайте. Ой, извините, пожалуйста. У них родились дети, у нее была экономическая зависимость, она осталась с ним. Вот оно. И ей в голове не укладывается, что это ее выбор — терпеть побои, но получать бабки. Блин, какой же дегенерат. Виталь, тебе объяснили ситуацию. Родились дети, и она была финансово зависима. Зависимость — это не выбор получать бабки. Это когда ты не можешь с годовалым ребенком уйти, снять новую хату и обеспечить себя с ребенком. А иного выбора тупо нет. Женщину закон в таком случае не защищает. И подобное терпеть она может ради общего ребенка. Потому что, повторюсь, выбора другого нет. Если ты сейчас начнешь бить свою жену, если не уже, то и у нее выбора не будет. Она не сможет без заработка
только уехать из Америки или выживать там в Соляново без знания языка. По крайней мере, это будет очень трудно. Это и называется зависимое положение. Какой безэмпатичный пи***ц, однако, а? Можно сказать, что мать была в экономической зависимости. Была, и я этого не отрицаю. Ну так это проблема кого? Прошу прощения. Самой же матери. Зачем ты завела себя в экономическую зависимость? Иди работай. Действительно, почему беременная жена не пошла работать? Ну да, это ее выбор, конечно. Виталь, а представь, если муж будет на мозги капать и всячески отговаривать, заверяя, что отношения... Крепче всего это, когда один зависит от другого, и тогда этот один подстраивается под другого, и тогда вот семья складывается успешной и долгой. Во всех случаях возьмем конкретно мой. Я зарабатываю деньги в нашей семье, моя жена не работает, сидит дома, моет посуду. Я согласен, это не стоит тех денег, которые я ей даю. Но если бы я ее сейчас послал на работу, и она заработала там $400 в лучшем случае в месяц и добавила к моим деньгам, которые я сейчас зарабатываю, это было бы, как Эдди Мёрфи говорил, да, мужик зарабатывает $1 000 000 в месяц, женщина еще $400, да, и у нас теперь есть $1 400 000, отлично, мы пополняем вместе семейный бюджет, вот так бы это было. Мне не нужны эти $400, которые она там зарабатывает. Пусть сидит дома и заботится обо мне. Мне приятно, мне хорошо, мне удобно. Так ты и есть абьюзер. Такие, как ты, пи***сина, всячески отговаривают девушку идти работать, ставят ее в зависимое положение и забирают любую возможность сопротивляться, эксплуатируя декриминализацию домашнего насилия. А потом, такие, как ты, еще и обвиняют жертв домашнего насилия в том, что это они сами все выбрали и позволили загнать себя в зависимое положение. Блять, какая же ты гнида. Я сказал, в мире в большинстве случаев зло торжествует. Жертвы вот эти частенько являются злом. Каков хуйсос? У него еще название такое, как феминистки хотят заработать на домашнем насилии. Да, именно заработать, не защититься. Не, жертвы же чаще оказываются злом. Причем эта девушка предлагает самый лояльный к парням вариант. Не чтоб их сажали, а чтоб их просто не подпускали к жене и ребенку, если он их бьет. Этот же петушара уже раскукарекался на тему того, что оказывается это угнетение мужчин. Ебануться. Кто-то слишком молоденький, не осознает все тонкости человеческого существа. Если где-то есть возможность, человек ее использует. Допустим, у тебя есть возможность ограничить себя от меня. Вот я тебе неприятен, я ничего тебе не сделал, может, мы даже не знакомы, но у тебя есть такая возможность, ты можешь прийти нажаловаться, и тебе меня реально ограничат. Без подтверждений, без доказательств, просто так. Они бы раз за разом обвиняли бы кого-то, кого угодно в насилии. Так кто тебе это сказал? Никого угодно обвинить в домашнем насилии можно только близкого человека, на то оно и домашнее, им. А если твою мать вот на улицу, то что это будет, блядь? Домашняя п***на! Кормить будет. Это все обеспечивается. Кем? Центром революционной помощи, жертвам домашнего насилия. У центра откуда деньги? Государственные, соответственно, от государства получают, некоммерческие, от инвесторов и от пожертвований. Пришли к тому, с чего и начинали. Просто по слову человека, пока разберутся. Человека садят в хостел и бесплатно его содержат. Реально ты думаешь, что это так будет работать? Я тебя разочарую. До свидания. Все. Здравствуйте. Не все. Это уже так работает, болван. Уже существуют центры помощи. И что это за нереальные бредовые идеи, которые ты предлагаешь, которые просто не будут так работать? Это какой-то мир сказок и пони, блять, в голове у этой юной женщины. Но если у нее мир сказок и пони в голове, то тебе в башку кто-то насрал, потому что помимо злых и коварных женщин, есть те, у кого реальные проблемы, и таких немало. Через пару минут мы к этому вернемся. Я был бы лично против. Каждый бы налогоплательщик был бы лично против, чтобы у каких-то людей был бесплатный хостел. Во-первых, я вообще не знаю, откуда он взял инфу именно про хостел. А во-вторых, ты вообще за что готов платить налоги, мне интересно? Чтобы лично Зеленский был твоим придворным клоуном? Блять, может еще медицину отменить? Ведь там могут... Лечить женщин, пострадавших от домашнего насилия? Как за это можно платить? Лечить женщин. Может, еще людьми их признать? Такой риторикой, мне кажется, что он не спит с женой, а опускает ее. И пока до этого дойдут до разбирательства, он будет просто вечно жить на съемном жилье, есть продукты и вообще всячески обеспечен быть государством пожизненно. Да никто не будет вечно жить. Ну... В смысле, в съемном жилье. Откуда ты это взял вообще? Из крайности в крайность. Либо у тебя пони в голове, либо Виталий Чертан. Если ты не в курсе, за мошенничество и ложные обвинения у нас тоже существуют наказания. Так что таких халявчиков мигом попустят. Лучше бы он реально спорил с женщинами, как Хованский. Когда женщины начинают со мной спорить, я такой... заткнись. Короче, как вы поняли, с домашним насилием у него та же история. Просто сводить фокус внимания на мужчин по надуманному тупому аргументу. И добавлю, что домашнее насилие
чаще всего как раз таки женщины и применяют. В качестве доказательства он смоделировал ситуацию из башки и не захотел искать какие-либо статистики. Просто сказал, что девушка не считает зазорным ударить мужа сковородкой. Ну, возможно, поэтому он такой. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я тупой. Государство защищает женщин, потому что она может... А зачем? А кто мужчин защищать будет? Разве мужчины недостойны защиты? Виталь, давай поиграем с тобой в игру. Я тебе буду приводить аргументы, а ты будешь бросаться в крайности. Мне просто нужно показать зрителю, что в твоей тупой башке находится какой-то логический лабиринт. Поехали. Смотри, твой аргумент про то, что мужчины чаще страдают от домашнего насилия и в целом, что система для женщин нормально функционирует, не работает. Потому что закон позволяет отработать на жене пару приемчиков за сравнительно небольшой штраф. А вот если девушка будет отбиваться, то ее осудят, ведь большинство женщин в России сидят за то, что защищались от агрессора дома. Какой вывод нужно сделать? Обращаюсь просто к женщинам Российской Федерации, что вы живете в самой сексистской стране, среди белых стран, среди стран, где преимущественно белое население в мире. А теперь давай вспомним, что ты многократно жаловался на сроки за изнасилование и как легко женщины могут эксплуатировать эту статью. И вдобавок могут жить спокойно за счет мужа, который будет зарабатывать деньги. И что ты тогда должен сказать? Ну, очевидно, да, что Россия не самая сексистская страна в мире. Ну, это я думаю, понятно. Да понятно, не переживай. Теперь давай вспомним, что разные источники пихали США в рейтинг стран, неблагоприятных для женщин. Изнасилования там происходят чаще, и в целом по статистике гендер неравенства, разумеется, не с русского источника, которыми ты брезгуешь, Россия уж точно не возглавляет эти списки. Что теперь скажешь? Я бы сказал, у нас женский класс привилегированный, потому что эта женщина имеет возможность просто сидеть на шее у другого человека противоположного пола и при этом ничего не делать и получать деньги, потому что она женщина. А в обществе женщина еще и считается более привилегированной в плане того, что ей больше поблажек всегда дается. Я вообще это к чему? Суть такова, что бросаться в крайности не нужно. Россия находится где-то в центре. Тут женщинам не прям плохо, но и не хорошо. Есть свои плюсы и минусы, как и везде. Кстати, забавный момент. Вот это высказывание про женщин, как и многие другие про них, как и про феминизм в целом, были сказаны уже после 24-го. Однако, после видоса Евы, после моих видосов на Бусти про Виталию, он внезапно решил переобуться и сказать, что все эти видосы он делал для вот этих вот глубинных русских, потому что это именно им интересны вопросы феминизма. Ну и хэштеги, конечно, мое почтение. Видос про солдатов не люди, хэштег Юлик, Кузьма и Хованский. Солдаты пиздец, конечно. Вон один Хованский чего стоит. Баба-груша приехала в Сербию, и та сразу стала ядерной державой. Если его сбросить с самолета, война сразу закончится, как и жизнь на земле, в принципе. Помните, что все, что я снимал до 24 февраля, я говорил пополам с тем, что мне действительно кажется правильным, пополам я говорил то, что вот эти вот глубинные хотят услышать. Поскольку в России, если ты не работаешь на глубинных, то ты работаешь на очень мало людей. Не стоит воспринимать мои слова, сказанные до 24 февраля, за чистую монету. Это там, это такое, развлекалово, хихихаха, блин, вот эти все эти видео про феминисток. Ну да, разумеется, все для глубинных, просто развлекалово. Слушай, ты, клоун при глубинных, ты вообще подозреваешь, какой каминг-аут ты сейчас совершил? А я подскажу, Виталий по сути открыто сказал, что кормил аудиторию говном даже без соли, потому что соль в другом. Его настолько заботила тема со статьей за изнасилование, что он обсуждал эту проблему еще и в Украине, когда там приняли идиотский, по его мнению, закон. Зачем? Зачем они это ввели? Во-первых, они гордятся тем, что 10 стран Европейского Союза уже приняли эту поправку, и Украина на пути к Европейскому Союзу опередит большинство европейских стран и примет этот замечательный закон, а раньше не. Вот это, я понимаю, есть чем гордиться, действительно. Выходит, что он на потеху тупорылой толпе засирал свою страну и в целом делал контент для Рюзики Бидло и после 24 февраля. Значит, ты еще несколько месяцев снимал свою хуйню, чтобы развлекать глубины народ России, который поддерживает войну? Поздравляю, дебил, со своими отмазками ты признал, что являешься политическим куколдом-клоуном. Насть, отмазываешься, да. Да-да, это не я, долбоёб, это зритель такой, слышь ты, гороховый шут Посейдона. А что глубинный зритель, по-твоему, хотел слышать? Что Америка это лучшая страна в мире? Что в России низкообразованное население быдло? Или что там проблемы феминизма не нужно решать, потому что коррупция? У меня всегда задается вопрос, почему подобные ей люди всегда тратят время на то, чтобы бороться с подобными проблемами? Почему с реальными проблемами, с неработающим конституционным судом, с коррупцией, с прочими проблемами, господи. Проблемы, которые реально, реально, ну то есть на нас очень сильно влияют. Понятно, что бывает ситуация, понятно. Просто, ну, не первая ж проблема на планете. Да, у нас коррупция, просто целая власть построена на коррупции. Да, это именно то, что хочет слышать быдло. Да вот только каких-то предпосылок, подтверждающих его слова, я не нашел. Так что ему нужно просто поверить на слово, что все это было для глубинных. Но ты уже зарекомендовал себя как пи***.
Бол, теперь ты еще и политический куколд. Поздравляю. Учитывая его прошлое название, этот блок можно было бы назвать реакция долбоеба на феминизм. Причем тут вообще феминистки и коррупция? Забавно, что когда его спросили, где он был 8 лет, он ответил, что никаким боком к Донбассу не причастен, а значит вопрос не к нему. Это не ко мне вопрос, если вы меня лично спрашиваете. Вообще не ко мне, я никого не бомбил в Донбассе. Раз вопросы можно задавать тем людям, которые непосредственно принимали в этом участие, тогда либо после этого фрагмента ты мне скидываешь видео, как феминистки из ТикТока закрывают независимые СМИ, Никсель Пиксель устраняет политических конкурентов или Енина разгоняет Конституционный суд, либо признаешь, что ты пи***вая сука, которая завралась уже настолько, что я не могу представить здравомыслящего человека, который продолжит верить хоть одному твоему слову. Но аудитория оказалась... Да, тупой она и оказалась. Мышление Виталия в вопросах феминизма основано на некоем феномене даноцентризма. Важен только я и мой комфорт. Остальное уже второстепенно и не должно противоречить основному правилу. Тут я говорю про законы. Он неоднократно жаловался на законы в отношении насилия к женщинам. И тут я могу отчасти с ним согласиться. Статьей об изнасиловании действительно можно легко манипулировать. И закон о воинской обязанности определенно угнетает мужчин. Но это не значит, что женщинам живется намного легче. Просто у них свои проблемы. Так почему ты против того, чтобы дать им возможность хотя бы защититься? Нормальная женщина не поддерживает, потому что она тоже понимает то, что понимаю я, что все уже и так отрегулировано законом. То, что что-то не работает, это дело самого государства. Это плохо работающие органы. В башке и штанах у тебя плохо работающие органы. Почему ты тогда жалуешься на случай с Шурыгиной? Там тоже все честно, закон работает. Она была несовершеннолетней. Ты же это осуждаешь, верно? До 18 лет педофилия отъехал. Хотя некоторые в 14 выглядят на 30. И я тут считаю, надо уже давным-давно этот возраст до 14 ну точно понижать. Женщина в этом возрасте уже готова, она уже хочет. Но зачем-то государство оставляет за ней право посадить того, кто с ней это сделает. Поцелуй, пипиську. В 14 уже можно, ведь девушка взрослая. Виталь, если малолетка находится с тобой на одной ступени развития, это не значит, что она достаточно здраво мыслит для того, чтобы отдавать себе отчет. Какой же ты мерзкий, реально. Кто ты, тварь? Я слышал от американских феминисток, от наших не особо как-то, что ты меня там сексуализируешь, ты делаешь из меня объект этого самого, типа что, а что я из тебя должен делать, как бы, прошу прощения. Я личность, да я не знаю, кто ты, я тебя вижу вот глазами, и ты мне нравишься в первую очередь глазами, кто ты, я потом узнаю, то есть в первую очередь моя мысль это, что я не против с тобой вот это. Слышал от американских феминисток, что они жалуются на сексуальную объективацию, что я личность, да я не ебу кто ты, я ебаться хочу, блядь. Виталь, вот с таким отношением феминистки и пытаются бороться. Как раз из-за таких, как ты, феминизм продолжает быть актуальным. Как по мне, это очень яркий пруф тому, что Виталин пиетет пред США вызван собственной дикостью. Да и в целом, его поведение напоминает карго-культ. Во времена войны с Японией американцы высаживались на острова, на которых жили дикари, и американцы их подкармливали время от времени. Когда они улетели, дикари пытались повторить произошедшее, делали из подручных средств кокосовые наушники, произносили заклинания в деревянной рации, но железные птицы не прилетели. Виталий, по сути, занимается тем же самым. Он переехал в США, постоянно рассказывает, какие они великолепные, какое СНГ плохое, видимо, думая, что он, скопировав внешние повадки, то и внутреннее станет таким же цивилизованным, каким он себе представляет этот народ, но нет. Виталь, ты был и остаешься обычным дикарем, который ну очень хочет казаться кем-то получше. А женщина, которая оголила ту самую грудь, не просто потому, что ей захотелось. Давай так, я тебе официально говорю, что если ты оголишь свои сиськи и пойдешь гулять тут перед моим окном, я тебе ничего плохого не скажу. Ему фемка рассказывает о проблемах восприятия, Виталий такой, к сведению принял и сказал: я хочу сиську. Я бы еще задумался, почему у женщины средняя продолжительность жизни больше. Причем больше не просто, больше там почти на десяток лет. И это само как бы по себе намекает, что жизнь как бы у них попроще это все-таки, чем у мужчин. Вот только это одно. Ой, ну придется подушнить. Виталий считает, что у женщин жизнь проще, как минимум потому, что они дольше живут. Но тут ты скорее выступаешь за феминизм, потому что это вопрос комплексный. Мужчины чаще работают на вредных предприятиях, занимаются тяжелым физическим трудом, и нередко мотивацией этому служит сексистская фраза «я же мужик», с которой также борется определенная часть феминизма. Забирая мужские вредные рабочие места, они нам по сути помогают выровнять баланс смертности, можешь сказать им спасибо. Но так как этот вопрос комплексный, он касается не только социального аспекта, это еще и физиология. Например, гены у женщин это набор хромосом 2Х, у мужчины XY, у Стаса и как просто это XXX. Хочу тебя.
Я тебя хочу, сука. И вот X-хромосомы вмещают большее количество важных для жизни генов Букиных. Также и гормоны на это влияют. Наш тестостерон подталкивает к поиску острых ощущений по типу драк, быстрой езды и так далее. Еще мы банально крупнее, что также может приводить к травмам при родах. Я не видел, чтобы Виталий об этом как-то задумывался. Ему проще сказать, что дольше живут, ну значит проще живется. Я это разжевываю, потому что Виталий касался этой темы неоднократно. И причем настолько поверхностно, настолько тупо, что его жена, которая умнее Виталий, пытается ему объяснить что-то, например, что дольше не значит лучше, что они тяжелее переносят болезни в старости. Ну вот просто послушайте, какие аргументы он приводит. Бабушки уже становятся тяжелее. Наташа, у тебя две бабушки живы? Да. Где твои два дедушки этих бабушек? В могилах они, Наташа. И казалось бы, какой хейт к женщинам? Он же женат. Он что, ненавидит свою жену? Знаете, а я вот скажу, что может он ею и дорожит, но он явно абьюзер. В нормальном значении этого слова. Почему-то мне кажется, что он ею дорожит именно как нарцисс. Ему нужен постоянный объект для того, чтобы чувствовать себя умным и важным. Обычно эту роль берет на себя какое-то быдло, над которым Виталий пытается доминировать онлайн. Слушай, сейчас будет тотальная доминация. Не, ну да, доминируй, братан. Кстати, в своей ролике он жену тащит чуть ли не насильно, о чем сам неоднократно говорил. Она сидит максимально недовольная, вы можете видеть по этому недовольному лицу, потому что я заставляю ее сниматься. Друзья, вы можете больше не писать в комментариях, чтобы я там ее... Но что, они так уже не пишут. Пишут, что лучше с тобой там получать. У нас скандалы из-за этого. У нас из-за этого портятся отношения. Я буду по минимуму Наташу вставлять, потому что она просто не хочет. Однако зовет он ее совсем не ради того, чтобы выслушивать ее мнение. Казалось бы, иногда для вида он может спросить ее о чем-то, но на деле это выглядит как, конечно, у тебя может быть свое личное мнение, и сейчас я тебе его расскажу. Вот Наташа думает точно так же, как бы она вообще не за феминизм, она ненавидит феминизм, потому что они начинают отбирать у женщин... Я не ненавижу. Ну я, как? Я... Тебе, ты их не поддерживаешь, тебе они не нравятся. Они хотят добиться чего-то хорошего для женщин, какого-то должного обращения. Что... Вот эти, которые умные, ну... они не хотят этого добиться, они хотят заработать денег. Плевали они на феминизм, Наташа. Она сделает так, что женщины станут увереннее в себе и... Нет, Наташа, они станут токсичнее от ее действий. Все такие скажут, ну, да, ну ради кого ей жить? Да? Нет, Наташа, ты, мне кажется, ты плохо знаешь людей наших. Кстати, в этой ситуации его жена оказалась права. Возможно, Виталий хотел, чтобы в кадре кто-то выглядел глупее него, но не получилось, потому что его жена явно интеллектуально превосходит Виталию. Ее рассуждения более здравые и без желания кого-то оскорбить. От своих родителей я никогда такого не слышала. Блять, а за что тебя было хвалить, ты животное? Что тебе надо было? За то, что она ребенок. Видела, как она себя ведет? Для каждого родителя свой ребенок лучше. И если она себя так ведет, значит, у них в семье так как бы считается, ну, норма. Просто она ее немножко как бы, знаешь, так... Я как не пытаюсь какую-то мысль впихнуть, ты как вот это свое сверло вставишь, вот это, значит, у них так принято. Тебе все хорошо, все, что здесь не показывают. Я же должен что-то обосрать в этой передаче. Можно мне что-то обосрать, пожалуйста? Сри. А я, кстати, напоминаю, что Виталия никого не оскорбляет. Периодически она просто молчит в кадре, потому что Виталия безумолку пиздит, перебивает ее и давит своим мнением. Еще и аргументы за нее придумывает. Зная это, она может и просто валять дурака, не слушая, что дурак говорит. Но за это он может ее и нахуй послать. Для начала презрей хотя бы скрытые налоги. Да, Наташа, я должен это сказать. Скрытые. Ты платишь? Ну иди нахуй отсюда тогда, блядь, заебал. Так что, да, видя, как он ведет себя со своей девушкой, я точно могу сказать, что он их явно недолюбливает, даже свою собственную жену. Красава, ты нашла себе достойного мужчину с семейными ценностями. Правда, Виталий думает, что семейные ценности – это когда ты на семью вешаешь ценник, в частности, на свою собственную мать. Я не понимаю, она что, не женщина или что? Забавно, что Виталий даже не задумывается, что это он сам жену уже заебал. Со своей политикой. Ты посмотри, кому ты предъявляешь за налоги. То, что у нее железки в лицо вставлены, еще не означает, что она пейн, который может стереть коррупцию с лица земли. Он феминисткам предъявляет такие претензии, словно они масоны какие-то, которые тайно управляют миром. Самое смешное, что этот остолоп предъявляет фемкам не за то, что они сделали, а за то, что они не сделали. Я бы мог понять, предъявляя они другим нечто подобное, но нет, он просто так дает. Говоря, что они не решают проблему коррупции, проблему женщин в Украине и так далее. Просто говорю, что если она вдруг до сих пор заявляет, что там она на стороне феминизма, и феминизм это хорошо, она никакого отношения к феминизму не имеет. Потому что в самый нужный момент для женщин, она вот сейчас, вот который случился на Украине, она молчит, она не говорит ничего. Блин, Виталь, как бы тебе объяснить?
там женщины страдают не из-за гендерных притеснений, идиот. Мною принято решение о проведении дегуманизации и дефеминизации Украины. А если ты говоришь про насилие, то ты сам говорил, что там насилуют не только женщин. В том числе, еще раз повторяю, что самое удивительное, мужчины, мужские трупы изнасилованы. Что не так с российскими солдатами, сделавшими это, я не понимаю. Надо было изучать лор орков из Вархаммера, возможно, ты бы понял, почему там нет женщин. Пробито днище. Это все равно, что вынуждать феминисток выходить на борьбу с раком, ведь от него страдают женщины, и вообще похуй с его логики. Зачем феминистки говорят про домашнее насилие? Причем тут феминизм? И после этого предъявляют, а почему феминистки молчат про войну? Где ваше сострадание? Че за долб***? Да из чего бы ей жаловаться на войну в Украине? Виталь, у мужчин же призывная армия есть, она не имеет права жаловаться, ты что забыл? Пока такое существует, я не буду считать, что как бы женщины имеют право хоть на что-то жаловаться в принципе, потому что года отсидки по рождению у них нет. Ну и по поводу самого феминизма. Виталя в него не верит и считает, что это движение мертвое и ненужное. А знаете почему? Как я уже бесконечное количество раз говорил, в феминизме в современном мире нет ни единого смысла, никакого, вообще ноль. Они будут называть там проблемы в семье, неправильное восприятие женщин, буллинг, домашние нехорошие отношения. Они могут называть все, что угодно, не с чем из этого не борется и не должен бороться феминизм. Это не его цели, его цели. Они написаны в Википедии. Феминизм, открываешь первый абзац, читаешь цели. Получение права голоса, право распоряжаться имуществом, право зарабатывать деньги и так далее. Все это есть. То есть феминизм, все. Это как Вторая мировая, он в прошлом, он закончен. И в нем нет смысла. Ну я зашел в эту твою Википедию, и тут написано, что это целый спектр различных движений, которые борются в том числе и с сексизмом в целом, а не только за то, что перечислил ты. Ты даже тут проебался! Вот на каждый из вот этих, что они вас называют, есть институт или какая-то другая инстанция, которая этим занимается. Не феминизм, нет, он. Поэтому он мертв. Чил. Они пытаются привлечь внимание к проблеме, и это как минимум. К тому же само движение, привлекающее внимание к какой-то проблеме, не обязательно должно называться феминизмом. В принципе, если девушка чем-то недовольна, это не означает, что она тупая феминистка. И вот то, что ты перечисляешь, например, домашнее насилие, это как раз таки их епархия, так что как минимум поэтому девочки умнее, потому что не опираются на Википедию, как на объективную действительность. Вот так и выглядит синдром Даннинга-Виттлюгера. Третий признак идиота, по моему мнению, это человек, который уверен железнобетонно в своих словах, при этом он их где-то просто слышал, а по доказательству этому не имеет никаких вообще. Мне так нравится, как они сами себя обосывают, причем у каждого из них какая-то своя уникальная история лицемерия. Как вы думаете, что это? Глупость? Взросление? Непонятно. Несмотря на то, что Виталий справляется сам, обоссывать его в принципе можно за все что угодно. Я по сей день не знаю, чем же они тут все-таки занимались. То есть невыясненный факт. То есть неоднозначно, что как бы кто-то кому-то зубы чистил, да? Например, тут он оральный секс называет чисткой зубов. Виталь, я не знаю, к какому стоматологу тебя водила мама, но, по-моему, тебя наебали. Что-то мне кажется, меня прокидали, пацаны. Виталия, помимо унижения самого себя, еще и над женой не против подшутить. Правда, уровень шуток... Подери, на мне все катаются, и деньги с меня тоже высасывают все. Ну, иногда в прямом смысле слова. Ну, согласитесь, он рядом стоит. Часто же говорят. Вот опять, она что-то там рассказывает, пытается поучаствовать, вот говорит, мне жена сосет. Блин. От себя, ебать. Сразу понятно. Сразу понятно. Я если бы начал делать, я бы делал вот так вот. Эми берет. А ну давай делай, как ты делаешь. Как вы думаете, почему, пародируя жену, он показывает сразу два хуя? У меня три варианта: либо Виталий мутант, либо куколд, либо это материнский инстинкт. Че, мама? Я тебя сейчас пиздец здесь, прям перед камерой отвешу. Ты будешь у меня здесь страдать. Все. Решается вопрос, видите, как это русской рукой тяжелой мужской, вот так вот. Какая русская ладонь? Ты Виталий Талибан, твой ДНК печенегами нафаршировано, ты даже способен на теракт, если лопнешь от гордости, блядь. Если он не будет, понимаешь, подчиняться тебе, его нельзя за это наказывать, потому что у него своя жизнь. Он скажет, мой отец какой-то пидорас, ненавижу. Ах ты, блядь, мелкий поросенок, мой отец самый лучший. Видите, как все решается очень быстро. Вообще забавно, там в целом его жена в этом куске старается адекватно рассуждать о воспитании, а Виталий говорит, что он просто всех отпиздит.
Все, что делает Виталя, все, что его волнует, это бабки. В остальном он рассуждает так же, как и СНГшные родители, которых он осуждает. А именно, что всех надо держать в ежовых рукавицах. А если дочь позвонила сказать, как тебя любит, то вердикт только один. Я соскучилась. Да ты же моя хорошая. Если она до этого, знаешь, если бы дочь со мной до этого так не разговаривала, я там не звоню, соскучилась, я такой, что, гандон порвался, блядь? Что? Да, Виталь, знаешь, я думаю, что смотря это видео, один гандон точно порвался. И эти глаза, желтые, как моча, полные ненависти. Я никогда не видел подобный глаз. Они все еще снятся мне в кошмарах. В общем, как можно резюмировать эту главу? Судя по поведению Виталия, феминизм остается актуальным движением, потому что такие, как он, попросту обесценивают женщин, хотят держать их на финансовом поводке и относятся больше как к домашним животным, не обращая внимания, что они там вообще говорят. Понять, что ваша фраза сексистская. Просто переводим эту фразу на мужчин. Здрасте, здрасте. Мне не надо это понимать. Мне вообще насрать. Мне плевать абсолютно полностью. Я не знаю, с чего ты взяла, что мне это интересно, ладно. Ну, например, потому что это видео, которое ты включил. Кстати, хотите очередной аргумент в пользу того, что когда Виталий обобщает, он имеет в виду себя? Я тоже отчасти, знаете, мы все. Вот, наверное, не найдется ни одного человека на планете, который не сексист. Я, ну, в смысле, не я, мы все. И так, кстати, во всем вообще. Знаете, они как мы с вами, вот у меня же та же самая болезнь. Мне кажется, что тачка это престиж, ты должен показать, кто ты такой, вот ты должен на дороге самым крутым быть. Вот опять мерило по самому себе. Мы с вами хвастаемся дорогой тачкой. Ты хвастаешься, пи***р, ты! Опа. Виталя звонит. Причем, заметьте, если в СНГ быдло необразованной жертвы пропаганды, вот эти глубины русские, то Виталя не такой. А если он сам в чем-то грешит, то это просто мы с вами все такие. Че ж поделать, СНГ культура, это не я быдло, это просто генетическая хрень. Что дальше, ты будешь хейтить языки или расы? Вот если ты пи***ас, значит все хохлы пи***. Ты серьезно в это веришь? Очухайся, кретин, ведь жертва пропаганды, быдло и дотик из глубины, это как раз про таких, как ты. Про твои манеры, про твое мнение, про твое поведение. Я ни от одного человека такого потока дерьма не слышал. Покажи мне хоть одного человека, который сказал бы нечто подобное. Просто данность, что женщина может зарабатывать, продавая себя мужчине. Ну, как бы, есть и есть такая возможность. Можешь не пользоваться, можешь пользоваться. Это ваше преимущество женщины. Феминистки говорят, что, ах, вот это вот все, да, это потому что им не дают эти деньги, потому что недостаточно красивые, недостаточно подлизываются, недостаточно что-то. Вот. Где-то у них что-то не получается, и они пытаются отобрать у других женщин эту возможность. То есть, Виталий считает, что фемки просто из зависти борются, потому что не могут быть шлюхами, пиздец. Ну знаешь, та же Нихель-Пихель была очень красивой, пока не наступила полнолуние, и даже на Залину Моргенштернову найдется свой Стив. Это я к тому, что они вполне симпатичные и могли бы извлекать материальный профит из своей внешности, однако, ты будешь удивлен, но не все женщины хотят быть шлюхами, чтобы потом родить Виталию, который их таковыми считает. Меня просто, знаете, начинает вымораживать это лицемерие. Женщина даже не говорит, что, ну, грубо говоря, он ебет меня за эти деньги, да? То есть она этого не говорит. Она говорит, что просто за то, что я есть. Просто так. То есть потому что если она скажет, что он ее за деньги это самое, то она получается кто? Шлюха. Что это такое? Это не я. Не могу быть. Я же жена. А я напоминаю, что у него есть жена, которую он финансово обеспечивает. И из его слов делаем вывод, что его жена тоже шлюха. В твоем мировоззрении вообще есть место для нормальных людей? Может, он где-то еще пи***нул, что все бабушки шлюхи, потому что ебали с немцами на оккупированных территориях? Вдобавок, у него есть видос «Ржем с женой над 40-летним девственником». И после всего сказанного я могу предположить, что речь про его батю. Женщины платят деньги за то, чтобы научиться сосать. Я понимаю, что это самый важный из навыков для женщины в 2018 году, по моему мнению. Да, я согласен с этим. Сосать! Знаете, вот самое забавное, что еще находятся люди, которые, имея всю информацию в голове, все равно умудряются оправдывать человека его же собственными словами, что он никого не оскорбляет и вообще любит женщин. Хотя уклонение от их поцелуев доказывает, что все-таки больше он любит мужчин. Пронесло. 30-летний мужик уклоняется от поцелуев. Что-то я не припомню возмущения, когда перед твоим лицом был мужской торс. Ну, сколько помню себя, там это турники, там, короче, качался, все так. Oh, you touch my tra-la-la. Мы из-за этого и развиваемся, у нас электроэнергия, у нас высотные дома, бетон, все наши цифровые технологии, самолеты, все это сделано только потому, что мужчины хотят ебаться. Как электроэнергия помогает тебе ебаться, дебил? Ты что, жену шокером бьешь перед коитусом? А самолет?
ты вообще тут при чем? Вот бы Бен Ладену кто объяснил, что войти в близняшек означало немного другое. А вообще, бедный Никола Тесла и Леонардо да Винчи столько развивались и умерли девственниками. Лохи. Это же надо было не свергнуть всю человеческую суть до платонической любви. Вон Вассерман вообще лютый попущ получается. Столько всего знает, а зачем, если ему телки не дают, правильно? Дело в том, что если вдруг резко все мужчины перестанут этого хотеть, женщины превратятся в очень бедный народ. Кстати, женщины это отдельный народ, да. И вот, допустим, все это было для глубинных, и Виталий среди них как лучший среди худших, как будто у него под шконкой есть своя шконка. Но как тогда объяснить зрителю, что ты снимал это и после войны, что ты используешь те же самые приемы по типу обесценивания чужой позиции без аргументов или выдумывания неуместных тезисов, точно так же обсираясь в каждом видео? Вот, например, вы, зрители, как думаете, может ли он сказать еще большую? Да это даже не половина того дерьма, что вылилось из его рта. Это буквально была прелюдия, потому что у него впереди еще много высеров про СНГ, про политику, про историю и про это самое глубинное быдло, а также про его ставки. Ух, эти ставки, которые он рекламит в большинстве своих видосов. Это вообще дико смешная история. Вот знаете, почему он считает, что отличается от всех и не обманывает? Да потому что у него нет реферальных ссылок и все победы можно увидеть в Excel-таблице. Сука, в Excel-таблице, куда он сам забивает любые данные, которые захочет. А давайте я так же сделаю. Вот моя тачка, мой заработок, мой... Подпишитесь на меня, я в плане успешности не уступаю Витали. А в том, что он никого не обманывает, вы можете убедиться по отзывам в его чате. За 4000. У меня есть к тебе предложение. Ты запускаешь прямой эфир, сам ставишь ставки по своим прогнозам и по итогу посмотрим на твой банк. Или давай по несколько прогнозов бесплатно. Это хороший способ показать людям, что твои прогнозы рабочие и они точно выйдут в плюс. Просто верить на слово тебе, блять, после всего сказанного будет только конченый ебан, потому что ты постоянно пи***. Сидишь, но обвиняешь в этом других. И в этом убедиться нам поможет один человек. Евген? На связи отец Евген. Попробуй обвинить меня, что я мошенник. Но сейчас я обвиню. Стоит признать, Виталя придумал хитрую схему развода. И не каждый поймет, где кроется обман. Ведь на первый взгляд все так чисто и гладко. Сегодня 12 ставок, 11 побед. Еще 2 победы, держу в курсе. 14 побед, 8 прогнозов, 6 побед. 21-5. Но 10-2 тоже неплохо. 15 плюсов. 7 винов подряд за эти 2 дня. 13 побед подряд. Одни плюсы. Представляете, да? Но на деле все его ставки это полная чушь. На сайте Виталия есть калькулятор, с помощью которого ты можешь посчитать свою будущую зарплату. Но если не веришь и сомнения тебя все еще тревожат, ты всегда можешь зайти в бесплатный телеграм-канал, где публикуются отзывы от довольных клиентов. У неподкрепленного пользователя, который не знаком с беттингом, может сложиться впечатление, что Виталик это чуть ли не единственный оплот надежды на халявный заработок в интернете. Реальные бабки. Но все это совсем не так. У каждой ставки, которую вы делаете в БК, есть номер купона. По этому номеру любой желающий может проверить всю информацию по ставке. Но в статистике Виталия номеров нет. Ни одну из этих ставок нельзя проверить и отследить. Мы просто должны верить нашему гуру на слово. Ведь у него нет реферальных ссылок, а значит с проигрышей он точно не зарабатывает, как другие. Поскольку у меня просто нет рекламы, только ставки и все. Но без реферальной ссылки. Просто вот есть такая контора, можете там ставить. Это 90%, что машина. С такой статистикой любой из вас может стать профессиональным капером. Например, вот моя личная статистика за февраль 2023. Доносите мне ваши денежки, я шарю в этом дерьме. Забавно, что в каждом видео Виталий кичится тем, что помогает заработать. Я единственный из всех блогеров на данный момент существующий, который обманывает букмекерский, который отдает деньги вам, а не наоборот. А вот в пользовательском соглашении на собственном сайте, который в отличие от видео на YouTube имеет юридическую силу, он от своих обещаний отказывается. Пиздец. Если проанализировать конторы, специализирующиеся на обзорах ставочных сервисов, вы увидите, что ни один из них не рекомендует ставить вместе с Виталиком. Там же вы найдете сотни реальных отзывов от реальных людей, которые были в платных чатах Виталик. Но несмотря на все это, у Виталика все по-прежнему прекрасно. 9 побед подряд. 13 плюсов в ряд. 18 плюсов и 2 минуса. Когда я говорил в прошлый раз купить, кто не купил, вот сейчас грызите локти. Предположим, что статистика, выложенная на сайте Витали, полностью правдива. За все 4 года его деятельности, по его счету, у него нет никаких просадок. Даны события с красивыми коэффициентами от 1.8 и больше. Так почему его статистика так радикально отличается от реальных результатов людей? Игры, на которые ставит аналитик Виталий, не популярны и находятся в самых дебрях в списке лайв событий. В мире ставок их называют смоу-маркеты. Когда на подобное событие идет резкий поток ставок, то букмекерская контора понижает их коэффициенты. Это происходит в автоматическом режиме. Поэтому даже если капер находит Грааль, то поставить по выгодному кэфу смогут единицы. И эти единицы люди из команды
Виталика. Мы вообще по бабке лопатой гребем. Все ставки проходят в лайве, отчего вы чисто физически с момента, когда в Телеграме публикуется скриншот, не успеете поставить на нужный исход с теми коэффициентами, которые видите. 8 ставок из 10 он абсолютно всегда будет ниже заявленного. А порой и вовсе нужная ставка пропадает из списка, потому что в игре уже за то время, пока вы искали нужное событие, изменился счет. Берем рандомный месяц, ноябрь. Мы сделали 96 ставок, из которых 54 выиграли, 39 проиграли и 3 получили возврат. Если верить этой информации, при среднем коэффициенте в 1.87 мы стабильно выходим в плюс. Плюсов столько, что просто, я не знаю, можно было бы выиграть 10 терни. Меняем заявленные коэффициенты на реальные, по которым вы будете ставить. Это 1.5 в лучшем случае, но если верить все тем же отзывам, в большинстве своем кэфы будут в районе 1.3. Вместо 2 ты поставишь на 1.5 и получишь все равно половину от этой суммы. Что тебя, здесь не устраивает. Мы по-прежнему делаем 96 ставок по 1000 рублей каждая. 54 прогноза выигрывают, мы получаем 27 тысяч рублей к банку. Стоит отметить, что я считаю только прибыль. Это 500 рублей с каждой ставки. 39 ставок проигрывают, получаем минус 39 тысяч рублей. Итого, спустя 96 ставок в ноябре, к нашему банку мы получаем минус 12 тысяч рублей. Но Виталя утверждает, если бы мы ставили с ним, мы были бы в плюсе почти на 8 тысяч рублей. Не состыковочка, по-моему. Именно здесь и кроется вся суть развода от Витали. Да, у него нет реферальных ссылок. Да, он не зарабатывает, как другие, с ваших проигрышей. Возможно, он и его команда и правда умеют находить выгодные ставки. Но до подписчиков абсолютно всегда доходят другие коэффициенты. И при условии сохранения проходимости в 60-70%, вы абсолютно всегда будете уходить в минус. Таким образом, здесь зарабатывает сам Виталий Дан на том, что продает вам доступ в свой чудо-чат. Там, между прочим, 250 с чем-то человек уже. И контора, где вы по его прогнозам будете ставить и проигрывать. Вот так вот. Ставки обоссали, вернемся к политике. Это Чурчхелло в политике докапывается абсолютно до всех. Там и Кучера, и тиктокеры, и Стас, и обычные люди, и блогеры. Но стоило Стасу обратить на него внимание, он тут же начинает угрожать, ой, простите, акцентировать внимание на том, что у Стаса есть беременная жена, и что он может заплатить российским ментам определенную сумму, поэтому лучше бы ему мигрировать из России. Но он, конечно же, этого делать не будет. Кстати, ты даже тут обосрался, жена уже не беременна. Ну, Виталя же просто так это сказал, а потом еще и в ролике напомнил об этом. Я прекрасно знаю, что российских ментов можно нанимать для избивания людей, они как наемники работали. Просто потому, что я пользовался такими услугами у них. И вот в этом вся суть. Эта гниль, видимо, считает, что живет по правде. Иначе мне сложно объяснить, почему он всех без разбора поливает грязью, называет русских фашистами, быдлом, рабами и так далее. Говоря, что русофобия, это естественно. Также обсирает Стаса, и у него все нормально. Но если кто-то посмеет ему ответить, он сразу же вспоминает, что существуют жены и дети, и называет сумму, за которую им можно организовать проблемы. Поразительное совпадение, что практически дословно угрожал и другой мини-пик. Вот это я понимаю, цепсошная методичка. Чё, ждал, что припугнешь Стас, и он обосрется? Но вот он обосрался, и ты это проглотил. Такие вот нынче методы у светлой стороны. Да наплевать вообще, Украина или Россия, главное не быть таким пидорасом, как ты. Да, кстати, про Movie Lab не забудьте, пожалуйста, они 2 или 3 месяца ждали.